Так, я снова на гудгейме. Ты снова вернулся. Ну, я приконнектился, если что. Так, и в списке я есть, да? Ну да, я мониторю список, я скажу, когда ты исчезнешь. Сега. Странно, почему тогда не было коннектов, ну, лоста? Так у тебя, походу, иначе вылетел или что? Не, ну тогда не было же. О. А, у тебя нету, да? Есть зона 1, один изумруд. Ну вот, а почему то пропало тогда? Не знаю. Не знаю, это нелогично, но... Может, сейчас он дамп какой-то там сохраняет? А, может, потому... Прям вообще а, да, может, потому что ты эмулятор не перезапускал. А я могу ему вмазать. Оп. Да? Ну, я ж его догнал, пока ты там мирно стоял. А я не мог двигаться. Да, я мог. Так, ну внизу уже не будет. Точно? Да, по-моему, да. Ну, посмотри. А вдруг такой чит? По-моему, они не восстанавливаются. Да нет. Просчитали этот момент. Это чтобы как раз таки не читили вот так вот. Да, да, да. И вторая, значит, тоже, да. И вторая. Ну хорошо, хоть время сэкономили, не надо еще раз идти. Ой. Я же катился. Ты же жал. Да, вроде жал. Там жизнь, а? Да нафиг она нужна. Да ладно. Я что-то по вчерашнему бы не сказал, что она не нужна. Ну это не вчера было. Ну или предыдущему, скажем так. Она не нужна, да, до последнего левела. Почему ты упал? Ну потому что я хочу здесь сидеть. Я свободный. Надо комбо чит взять. А я-то что тут делаю? Ой, закрадал. Меня съело, кажется. О, давай колечко. А что только 10-то? Я и тут прилетаю. Ну я вообще не могу. Я отказился вниз. Неудобно, когда экран на тебе. Я такой читак. Ого, сколько колес, наверное. Ну там 50, по-моему, да, и 100 в конце. Снят. Ну, я не знаю. Ну вот это еще одно, что говорит, что ГГ не очень. О, ты жим взял. Домино, здорово. А, снят, в смысле, опять из К2ТВ? Да. Блин. Ну, да, что-то бывает с этим. Стоп, где домино? У меня чуть чат не обновляется. Ну, вон домино. Подожди. А, так у меня вообще здесь почему-то из К2ТВ исчез. Ну, вот, ну ты понял, в турет чате. Так, сейчас я... Странно, как оно могло исчезнуть? Не знаю. Ну, в общем, СК2 не дружит с Гудгейм. Так. И чё, я добавил, и нету. Трачат. Упорот, иди домой. Походу так. Сейчас перезапустил. Теперь вообще только Good Game подгрузился. Ну, а, вот у меня, кстати, тоже Good Game почему-то один. Не, вот Twitch теперь уже появился. Не знаю, у меня почему-то не идет на Twitch. Надо строчечку, наверное, переделать. А, походу, он просто к СК2ТВ не может приконнектиться. Там, наверное, не отвечает или что-то такое. Не знаю, кибер нормально шел. Нет, я про чат, чат. А, чат не знаю. Ну не добавляется, короче. У меня чат через браузер, мне норм. Ну сейчас это тоже через браузер открою, хотя бы чтобы самому видеть. Привет, Фабино, только теперь уже, теперь я вижу. Ты прозрел. Да. Ну вообще я здоровался уже сегодня с ним, но еще раз не помешает.
Оп, я вернулся. Вот здесь, по-моему, так надо. Так мы же тут и смотрели. Да нет, 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 здесь. Или не здесь. Да мы же тут смотрели в тот да раз. Нет, здесь, ну точно. Ну, упорот, ну. Надо всего лишь пройти по дну. И там в конце будет 100%. И где? Она исчезла. А, ну конечно же. Кто-то переделал левел, пока я тут. Ну как идеально-то надо играть, видишь? О, сейчас еще жизнь потеряю. Сливай. Бери кольцо. Наконец-то. Ой, как я быстро исчезаю вообще, что-то. Давай, мигри. Это огонек. Страшно, опасно. Опасный тип. Нифига мне... А, не, водная как раз таки нужна. Зачем? Зачем ты идешь в телевизор? Я спортом занимаюсь, называется. Спортивная ходьба. Вот, смотри, о. Ну, давай, фейли еще одну. А, в этой зоне будет внизу. Все, я вспомнил. Ай, как я мощно перепрыгиваю. Не, разница огромная, 66 и 83. Да? Угу. Ну ты все равно фейлишь одинаково. Нет, там я просто затупил, именно затупил, вот когда не перепрыгнул. Я потому что думал, что... Ну я как-то привык, что я когда там собираю, уже все, ну как бы, все улетает красное. То есть именно мой затуп был чистый. Я там не жал, ни задержка, ни чат не читал. Короче, ничего из этого. Мать? Дурацкий момент. Нормальный момент. Мозг ломает. Кажется, что дофига места, где можно пройти, а в итоге надо, блин, 150 раз поворот нажать. Там можно прыгать. Но это уже перебор, это же кнопку еще нажимать дополнительно. Да, но это меньше направлений нажимать. Ну, блин, правая рука отдыхает на этом уровне. Ого, как я прыгаю. Не ной. Пиши в техподдержку СК2. Она дропается. А. Ну давай подниму еще раз. Подними еще раз. Да блин, он вот опять он checking your browser before accessing sk2tv.ru DDoS protection. Че за фигня? Че? Да короче, sk2tv упорот. Уже? Так рано-то. Я только стримить собрался. Так это же самое для стрима, то оно вообще как бы нет, мешает, в принципе. Тут что ли, нет? Нет, нет, нет. Что ты меня подцепил? Ну тут жизнь, ну пофиг на нее, она не нужна. Конечно. На последнем акте мне это скажешь. На последнем боссе. Тебя озероном будет размикивать. Так мы же без смертей проходим. Ну да, вот сюда. Да? Да. Или нет? Я забыл первый левел. За мной, я точно знаю, куда идти. Тут дальше бежим. Можно было не падать, но ты упал. Да не важно. А что тут внизу, я не помню. Я тоже не помню, я сюда не ходил. Давай посмотрим. Явно ничего хорошего. Медуза. Жизняка. Она же не нужна. Поэтому бери ее. Вот он я. Да, вот здесь в конце все я вспомнил. Да, вот здесь в стене. Ну видишь, оказывается, я не совсем упорт. Странно, я что-то с эскадро не знаю, ладно. Опять упал? В смысле? Ну, ты меня не поднимался. А, да? А я галочку поставил. Поставил? У меня что, чат умер? А чат при чем? Ну, в смысле, страница.
Чек ю браузер, что-то там. Вот. Ай-яй-яй. Что ты? А почему-то он прыжки как-то странно делает. Или я отвык настолько. Наверное, отвык настолько. То есть почему он там врезался как-то странно? Ладно, я крабик, видимо, просто. Я не знаю, честно, что происходит с СК2 ТВ. Ну и ладно. Кто на Good Game подписался, тот придет. Тут клёвый, да? Ну. Тут получит этот стрим. Все, ладно, я тут не хочу даже думать. Секретку вверх полетишь? В смысле, ну, кольцо или какие-то телеки? Вот здесь да. Есть колечки. А, да нафиг надо, жизни не нужны. Ну да, я тоже так думаю. Не, я уж там подожду тебя. А меня опять ты нет. Ты сквозь камень улетел. Да я даже вперед не жал. Посадите меня. Ну чё, вот посадил. Я не могу двигаться. Так взлети. Лечу. Все равно забомбит. Он не успевает лететь тут. Ай. Ладно. Печалька. Не, ну. Лунная походка. Мне вот этот, кстати, мультик понравился. Какой? Или видео про этого Тейлза. Не смотрел, когда он там, не помню, как называется, когда этот Соник такой, ноу, Тейлз, ты умер. Это только такой прилетает. Да, да, точно. Не может там типа умереть там. Сколько не пытался несчастный Тейлз умереть. Не умирается. Не, что-то не помню такого. Да было там уже и могила Соника. Этот все такой прилетает сверху. Да, Соник, хочешь я тебя убью, смотри. Оп! И туда. И ГГшенька. Работает, видишь? Ну блин, ты только что челлендж завалил. Бессмертие. Какой? А, бессмертие, чувак. Я вывел челлендж на новую планку. Бессмертие. Ну, с одной смертью. Это была чистая подстава, конечно же. Соник с двумя хвостами. Соник, откуда у тебя два хвоста? Да вон. А, ясно. Модификация Соника. Ну, не хочу я с ним знаться, я полечу. Иди, я тебе что, такси, что ли, бесплатное? С чем же Соники поднаглели, катаются на мне, как на автобусе? Даже не платят за это. Где? Ну иди бей. Исчезает просто пушечно. Да я же летел. Привет. Ать, меня тоже не задело. Депресняк еще рано вгоняться. Ты всего зафейлил два кристалла? Какой депресняк? Ты о чем? Не крути у меня у виска. Соники пошли какие-то. Ну давай, давай, жми быстрее. О, я могу к этому залететь. Наверх. Я тоже всегда ходил этим путем. Ну я очень редко, потому что я Тейлзом почти не играл, именно одну в одиночку. Не, ну я с сестру ходил. А, ну вот тогда я тоже, да, но как бы в основном-то я один играл уже на эмуляторе именно. Не, ну на эмуляторе я вообще пару раз всё играл. Привет. Ну что-то там пытаюсь тебя догнать. Да, забей. Телепортнешься. Колечки. Ну, да, так я всего пару раз ехал в Соник. Не, а, о. Чё ты, блин. Коллизии не могли нормально сделать? Ну, чё за разработка? Да вы чё, офигели, что ли? Только не надо в текстурах застревать, пожалуйста, Соник. Так это к тебе вопрос вообще-то. Что значит ко мне? Ну, ты меня застрял-то в тот раз.
Нет, это ты туда залез. Я-то тебя наверх подпихиваю, а ты, короче, застаёшь. Да, по-любому. Толстый какой. Здесь я, кстати, не помню где. Ну, да, на каждом шагу. Да я тут случайно нахожу тоже обычно. Идеально. Ой, ну ты вообще. Я взял колечко для тебя. Я взял колечко тебе, Соник. Радуйся. От меня полезностью век 9000. Вон там нету? Тут нет, тут это. А, да, тут шняга. Ну. Ну. Я молчу. Блин, а почему я не смог запрыгнуть? Соник, ты неадекватен в своих поступках. Ну посмотрите просто, ну что он творит? Ну, бывает. Зависает как-то непонятно на чем. Вот здесь. Просто. Сливай, сливай, давай. А, не помню тут куда идти. А, блин, дурацкая. Прыжок. Прыжочек. Мне нравится, что он протаскивается потом, когда я уже прыгал один раз. В смысле? Ну, вот здесь я прыгну, меня будешь протаскивать. Так. Подожди. Сюда идем. Вот смотри, оп. Я как бы проехал. Направо. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп. Так. Теперь сюда. Куча. Скорость уже просто мега. Это не мега. Сверхсветовая практически. Видел, как я перфекты собирал? Так там уже в какой-то момент выше уже не может быть. Ну да, я на максимум. А где еще 9 найти? Да там, вот здесь сбоку. Вот они. Зафейли. Не, ну это я чисто от себя. Чисто от души. Сейчас Костабрика позову реально. Так, галочка не стоит онлайн? Фу, хорошо. Где там Костабрик в скайпе, его найду, позову. Да, давай вот ты будешь за Соника и посмотрим, как ты соберешься. Не хочу за Соника. Из этого не очень. Удар. Заспамим. Ать! Я выскочил. Что ты на мне стоишь? Стоишь на моих кроссовках. На коленях. Не помню, я тут телепортируюсь, не знаю. Неожиданность такая прям. Ну хорош, ну ты... Давай, Соник, давай, ты можешь, ты жизнь сдохнешь. Чё ты жизнь не взял? Так я не разбиваю, я не умею разбивать. Да ладно. Я не умею, он не умеет разбивать уже в этой части. Чё-то не помню такого. Знаете, я спасся. Не совсем. Слоу. You too slow. Если бы я мог разбивать, я бы уже давно все разбивал. Че, мне сложно, что ли? Ну, такое чувство, что кто-то не соберет кристаллики. Уже задержка 66. Нет, мы не можем. Ну, я не знаю, почему-то. С той стороны, по-моему, есть. Нет, а, не здесь. Это не то место. Не здесь, по-моему. Или здесь, внизу. Нет, вроде нет, проверь. Ну, блин, тебе проверить надо было, а ты? Не, нету ничего. Я пошел. Пока. Ай!
Ать! Да стой, ну, Джок и лифт. Я запомнил. Подстава просто какая-то, не лифт. Где? Вот они. Я не долетаю, я что, так соупущенно ездил? В смысле, это такое. Прыгаю? Да фиг тебя знает. Как Наклз? Он тоже слабый в прыжках. Вот там секретка, вот явно я видел. Но... Да ее справа брать, я помню да. Точно, ее брать справа. Повесь еще раз админку, зайди туда. Да я сейчас жал вправо. Нет, ее помню справа брать. Куда я поеду? Ну, блин. А, я думал, все, раздисконнект. Не знаю. Что, ничего нет? Да нет, там ничего. О, прикольно тут. Да нет, йога это не прикольно. Я поплыл. Хоть. Да я как-то сам больше не плыву. Так ты плавать можешь. Нет, тут нету. Да, я помню, там жизнь так. Там дурацкая жизнь. Почему дурацкая? Ну они же не нужны. А. Чё туда? Так-то да. Опять я потерялся. Я же шел там. Вот здесь точно есть. Здесь я помню. Еще наверху одна. Ну еще один фейл отсюда. Ну давай, покажи как надо. 100% где-то навернется. Я не буду ему говорить. Не говори 100 никогда. Не буду говорить ему под руку, вообще ничего. Вообще ни капельки. Вот не скажу, что он сейчас зафейлит вот это. Ать! Че я-то прыгаю? Мне аж на красных не надо прыгать. Я же Тейлз. Тейлзы не прыгают на красных. Только Соники дурацкие прыгают на красных. Мы выше этого. Какие заворота. Бог заворот. Перекаты прям. Мне аж страшно становится. Вообще это очень большой риск вот так вот делать. Мне кажется. Я молчу. Ну что вы делаете, месье Соник, ну остановите! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Месье Соник, что вы делаете? Тихо-тихо-тихо-тихо. О, Бога, ты иди домой. Вас заносит, аж шатает. Вы ничего не принимали? Странно. Уж очень заносит как-то. Нет, нам туда, месье Соник. Хоть! Ну куда ты упал? Ну я хотел посмотреть, что на дне. Опять 6 минут хочешь постоять? Да я без тебя заберусь туда. Страшно, да, со мной? А так это не то место, Вал. Вот дно. Иногда нафиг тебе нужен. Ну блин, нафига ты со мной поехал? Ты же меня не подвез. Кстати, по-моему, да, ты его сможет сразу вот сюда зайти. Блин, надо кольца потерять, а то, блин, сейчас жизнь соберу. Чё ты как узик здесь ходишь? Давай там подниму. А зачем? Не знаю. А я не помню, куда там путь-то. Там ну, путь-то. Он вот сюда вверх выйдет. А, блин. Ой, нет, слезь меня. О, блин. Ну что ты там делаешь? Ну это из-за тебя. Вот и нет. Да какая птушка, бей её! Я исчез, а нет. Опа, довёл Соника. И лети. Да я вообще разгонялся на самом деле, вниз нажал. Ну что-то... Что-то он как-то не принял это. Не принял за веру и пошел прыгать. Да, последний. Да, и сколько было зафейлено? Ну блин, а? Это из-за кое-кого.
За кого же? Ну, Ать? уже додумай. Да я не знаю. Я вот видишь, через красненький прошел мне ноль. Ать? 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 Кстати, я был очень удивлен, увидя два щита у робота последнего. Это была пушка, честно сказать. Да. Никогда такого что-то не припомню. Я вот играл сколько, ну, с сестрой, да? Я не помню два щита. Ты играл вот в этом именно в полную версию? Ну, нет. Так вот. Ну да, да, все, я понял, почему я не видел. Да, 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 играли же за Наклза и за Соника. Точно, откуда ж фул вершин-то? Не, у меня не было фул вершин. Это не для нас такие. Откуда ж? Неужели ж не зафейлишь? Да блин, ну хорош, ну серьезно. Ты хочешь, чтобы я мы вечно что ли играли? Я молчу, все. Все, я молчу. Молчать мало, надо не прыгать. Да нет, ну не придет, ты так все соберешь быстро. Ну, интерес. Интереса ж нет. Кстати, я мог вон там остаться. Ой, я вышел оттуда. На последнем. На последнем, ну это же пушка. Че на последнем? Там еще куча было не собрано. Тыч. Шмяк. Ой, да ладно. Какой ты злой. Ну чё меня-то засасывает? Лётные права я так и не получил. Да, ну что за... Соник у меня с лётными правами не очень. Ать. Да как меня подбило-то? А, ну я ещё исчез добавил. А нет. Всё. Хватит крутить. Буду сейчас как Соники. Оп! Ну, попасть. Даже в меня бомбочка не может попасть. Пригнулся, конечно. Ура, победили. Ну, я победил, тут так немного помогал. Ты хоть соберешь кристаллики, да? С тобой нет. Ты собираешься их собирать или нет? Если один буду играть, соберу. Не такой вопрос, конечно. Очень интересный. Но-то мне кажется, Судов не хочет собирать кристаллики. Нет, ты скорее не хочешь, а не я. Он такой стесняется. Говорит, ну зачем мне кристаллики? Не хочу ультра-мега-пегасоника. Не хочу быть таким же старым синим ежом. Не буду его бить, не хочу. И не нравится. Чит какой, ай. Не помню, но по-моему ты пропустил уже. Где? Ну, это по другому пути надо было идти. Я поэтому не очень люблю ходить. Если Соник вам кто выдал право управления этой штукой? Норм еще. Да ну почему? Зачем? Так планировалось? Я так пытаюсь вспомнить, где тут их. Да не забудем, да не будем мы собирать эти кристаллы. Ну ты видишь, что ты не хочешь, ну все. Да, ну я что ли играю? Я их что ли собираю? Блин, ты мешаешь очень-очень сильно. Да не мешаю я ни капельки. Да, конечно. Так, чуть-чуть. Не, ну понятно, что если бы я их умел хорошо собирать, то я бы и даже хоть ты прыгал там, хоть под руку говорил, я все равно собрал. Но я-то не так уж и хорошо собираю, и ты еще плюс мешаешь. Ты что, давай, собирай кристаллик. Впереди еще будет 4, это 100%. 4 это мало, там еще нам нужно собрать 4. И я думаю, с первого раза что ли их соберу? Ну вот, собирай с первого раза. Че ты? Не тру пацан, что ли? Нужно же собирать все больше и больше. Я уже не помню, где они.
шикарно. По-моему, мы их так миновали, чё. Какими-то странными окольными путями идешь. Ну... Я по виду фона даже не могу предположить, где мы. Ура. Всё, я буду молчать сюда. Всё, вот молчу, вот беги просто. Всё, может он сейчас соберёт. Ну я обещал молчать, но это не так, конечно же. Я же не прыгаю, да? Всё должно быть просто. Прыжочек. Не затралено. Что ж такое? Собери сюда, еще тащи. А? Ну вот сюда бежишь. Ну вот же. Я же помню этот путь. Это все? Да. Ну, наконец. Да вот там на 14-й самый сложный. Там, где еще назад отталкивает, и потом надо повернуть все раз. Ну, через одну клетку. Ну, ты понял, короче. Который, ну, да, я один не собрал в тот раз. Он мне всегда был самым сложным, даже когда, ну, без задержки нормально играешь, все равно я там иногда фейлил. Не помню таких фейлов там. Нет, я говорю, у меня... То есть... Я... Не, ну понятно, что я бы собирал, но бывало там с третьего раза где-то, ну, то есть... Ай! Всё, посадил меня на шип. Стрелочка в другую сторону, Соник, я тут. Ну и ты шикарен. Так а чё, главное, чтобы одно кольцо было. А чё тут? Ну мне так интересно. Честно. Да вряд ли что-то хорошее. Да блин, ну ерунда какая-то, только зря время тратили. Да я думал, тут их, ну, это будет. Суперка. Какой-то отстой дали. Зря, да? Ну я понял. И кажется, что-то уже похоже на костодного пика. Да, какая разница, другой путь есть. Не, ну он-то, блин, больше фейлил. Во-первых, он уже не первый раз на том моменте был. А во-вторых, он одну сломал и выкидывает. И причем, ну, уже не первый раз. Это было смешно. Блин, давай тащи, наверху что-то есть, мне кажется. Что-то я не помню, что тут наверху, потому что... Наверху? Я тоже не помню, что наверху. Ну, какая-то шняга. Блин, и стоит из этого идти? Стоп, может. Ну в стенах посмотри. Да нет, там, наверное, ничего. Да, скорее всего, нет. Кстати, впервые узнал, что на это есть. Как его? На какой ты зоне вчера нашел кристаллик? На лаунчбас. Никогда не думал, что на лаунчбасе. А я находил раньше. Я же тебе говорил, что вроде были, ну вот. По-моему, там даже еще есть одна хотя бы. Что-то он медленно вверх набирает, так что. Вот засранец, так и задел. Прям в нос мне дал. Лови. Лови. Ах ты засранец-то, так хочешь кидать, да? На тебе. Сам мучайся там. А не долетело до половины, я выкинул. Ты его за ней везде побеждаю. Ты даже фактически меня бы убить не смог. Я бессмертен. Сколько бы ни пытался, я ж прилечу сверху опять. Здесь где-то есть, по-моему. Наверху или направо? Да не, по-моему, направо. Да нет, тут только роботник. Чё, я путаюсь с первым уровнем, что ли? В общем, надо играть в Соника обратно. Там, тут...
Не здесь. Чё, ты тут? Я тебя вроде слышу, но что-то ты молчишь. Ты А играешь? почему тебе стало опять плохо слышно? Не знаю. Это что-то у тебя. Проблема не на моей стороне. Ты взял, выкинул наушники? Наушники? Нет. Ну такое чувство. А при чем тут вообще наушники? Только скачу на этой штуке. А не, нафиг. У тебя нет автоподстройки скайпа, нет? А фиг его знает, если честно. Ну вообще не должна быть. Ну, просто такое чувство, что есть. Ну вообще, ну не знаю. Во, сейчас норм стало обратно. О. Ой. Придавило чутка. Это какая сейчас? А, да я эту даже не собрал. Я не знаю, чем ты занимался. А, я тут прыгнуть не смог нормально. Что за фигня? Сейчас Тейлс на халяву будет приезжать эти кубики. Все, соберись, я уже не прыгаю даже. Ну вот, вроде ноль. Ну только еще тут собрать надо. Огромную эту фигню. Причем я ее раньше, кстати, не так вообще собирал. Хотя на самом деле я тут помню, я фейлил. Мне очень тяжко собрать на перфект здесь. Как-то надо исхитряться это все собирать. О, великие суда, вы можете все это. Ну, два, я думаю, мы точно найдем. Ну, еще. А какой следующий? А, ну в казино там штук 5, наверное. Да их там очень много. Ну, с учетом, правда, что мы пропускаем много. Оп. Это было близко. Ой, да жизни, ну что на тебе жизни жалко? Так мы без смертей проходим, но, правда, одна уже есть, ну, как можно меньше-то смерти. Не, ну то не... У меня видеоплатформочку отобрали. Да не разобьёшь. Ни себе, ни людям. Не, ну кто знал, что платформочку заберут? Злодеи просто. Как-то странно это получилось. Чё, и тут есть тошняшка. А чё там? Без понятия, не знаю. Очень полезно. Специально для тех, кто хочет узнать, а что же там? Для любопытных особо. Чё, я помню, где-то была такая секретка. Уж говорить Соник и секретки, особенно третьи, но тут их просто навало. Вот тут наверх, по-моему, можно. Это не тут. А, не тут, да? Это как раз-таки первая зона. А, ну, я путаю. Ну, в первой, я помню, там была. Да, надо было поверх уйти, там, по-моему, даже две, да? А, или одна. Ну, короче, да, там есть. Нет, я не помню, где мы здесь выйдем. Цеплялка сейчас будет. Чего? Ручки ослабили, я не схватил. Видать, это Соник, он маслом помазал мне там. Какой-то там жидкостью. Там, по-моему, все же секретка была. Где? Наверху. Ну, где-то. Давай. Ну, не факт, конечно. Ать! Я себя это... долечу, я долечу, долечу, вот здесь, в стене. Нет? Ну чё ж мне так показалось? А вот тут, по-моему, а, или нет? Нет, 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 тут точно нет. Я б такую запомнил.
пешком просто дохожу. Целился пешком. О, расчистил мне путь, правильно. Ну, не убился. Сейчас опущу. А я исчез. А хотел. Честно хотел, когда с вами пишу. А там что? Не знаю. Ой, так еще ступеньки сделаем. Опасно. Тут можно встать же, да? А почему меня убило, а с тебя колечко взяло? Да блин, да лол. Разгоняйся и прыгай прям туда, ну боже. Блин, не прыгнул. Да ну нафиг, ну что за фигня, там по-любому что-то интересное, надо туда идти. А главное, я запрыгнул. Так может ты Тейлзом управляешь? А что там? Без понятия. Я по таким вообще не лазил. Меня как несло, так и несет. Ну а я лазил. И иногда находил всякие приколы. Типа колец на лаунч-бас. Да нет, что-то кольцо новое. Комментарий можно, месье задал? Нет. Хорошо. Не могу без комментариев. Зуника так ножки заплетаются. Ну, кстати, Марио графонистый реально. Тот. На СНЕСе. Она задевает, а мне казалось, когда лежишь, не задевает. Да что за дно? Да она не везде задевает. Меня не задела. Прям в елочку. Чё там эти противопехотные летали? Ну просто захотелось. Странно. Что за дно? Так, попытка 2. Блин, надо отойти, да? Или спинтэшн? На скорости давай. Открывайся. Это дно. Ой, да что я-то? Ага, ты еще меня зацепи там. Зацеплю, давай. Да блин, да какого фига? Оп! Да блин, да почему? Да сразу как отжал, давай, прыгай. Короче, ну, проще. Как да. В Боши спань. Смотри, вон, раз, два, оп! Да почему не получается? Да что за днище? Ладно, смотри, еще раз показываю. Показываю. Ты стоишь вот здесь, да? Сделаешь вот так вот. Раз! Ой, я так не надо делать. Так? Ну, ну ты, так. Я сделал, как ты учил. Ну, там чуть небольшие помарки были. Все остальное обработано напильником. Чуть-чуть промахнулся. Совсем чуть-чуть. Не, ну, блин, вот мы хоть до геймовера доиграем, но я туда запрыгну. Ты хочешь геймовер? Ну да, я понял, просто ты уже не заберешь кристаллики, пытаешься сказать, что это надо сделать. Не понял ваш хитроумный план. Вот. Твоя полезность зашкаливает. О. У меня такой наглый, да? Разгоняемся. Да блин. И прыгаем. Да ты там летишь, потому что. Да мне какая разница. Ну ты там сделаешь удар когтями. Я-то уже влетел тогда. Да не получается. Да что ж такое. Я просто очень часто жму прыжок там, когда отпускаю уже спиндэш.
И все? Подожди, может там наверху что? Сейчас я Прилетит. прилечу, короче. Жди меня, я лечу. Ну там Там? слева. Да блин, неужели такое днище? Разработчики, вы офигели. А еще потом говорите на Соу Грина, он плохой. Ну да. Видите, как Соник троллирует. Просто. Пушечно. Ну ладно, на следующем ты должен собрать кристаллики. Ну фиг знает вообще. Что тут Быть такое? супер Соником. О? Ура! Как будешь супер Соником, будешь зато нестись, как сумасшедший. Ну ладно, не прыгаю сюда, вот так собрались. Мне так забавно, когда он проходит через вот эти. Он просто на таран. Тыл с таран. Что ты делаешь? Сюда он нравится очень много вилять. Увиливается от всего. Блин, к опасной штуке приду на большой скорости. Не знаю, я их Г-образно всегда брал. Я так не люблю прыгать. Я обычно, ну ты видел, как я, ну, то есть уходил в сторону, но на такой скорости уже опасно. Ну, решил понтануться, я понял. Вроде кристаллики еще впереди есть, надо понтануться, чё. Я понял тебя. Так, в смысле, так наоборот, если бы я поворачивал, это был бы понт. А наверху нет еще? Я откуда знаю? Нет, там потолок. А здесь уже все, Да. да? А, ты поднимешь? А я не знаю, я смогу? Нет, наверное. Там высоко. Высоко лететь. Блин, нищий. У кого-то просто, блин, у вас хвосты не натренены. Дыховат, дыховат, что поделать. Да Ты меня блин. ждешь, пока я приеду? Я хотел посмотреть, что там на правой стене, просто, блин, никак не мог перепрыгнуть эту штуку. На правой стене стена. Ну, как-то очень печально. А там что слева? А, скорее всего, ничего. Не может быть так рядом два. А тут наверху что? Без понятия. Ну, блин, дохлый сейчас будешь. Да знаю. Я спавлю быстрее, чем в Боше. Как будто бы это что-то решает. О, вон для чего это нужно было, В общем, чтобы не убить долечу. птичку. Возможно, тут на этой крякве надо Смысл? подниматься. Ну, Да. на этой. Скажи мне, спиральки этой. А. На ней-то можно подниматься? Ну, можно, теоретически. А, я пролез есть. Вот честно, я был шокирован, что у Накл за другой босс. В смысле другой босс? У него уже в этой акте другой босс. А, да, что-то я не помню. Да, что-то помнишь другой, не помню какой. Что он там делает? Который на этих. А, да, вспомнил. Какие-то он штуки еще пускает там, стрелы типа. Не стрелы, он эти. Ну, цепи такие. Да, цепи. И по ним передвигается, типа. Да, что за дно? Что-то там. Так, ну тут вроде нету. Че, тебе жизни мало? Или контос пошел Да я фрагментировать? думал щит может дадут. А я думал, контос пошел фармить на всякий случай. Кто знает, что на последнем боссе-то будет. Да. Ой, забыл про тебя. Ты тебя помню. Уже такая шняга, которую я перелетел. Или вот здесь? Вот Не, здесь. да здесь только со щитом. А, там же жизнь. Ой, или щит, что-то. Ну, вообще фигня какая-то.
Но я сюда заходил каждый раз, знаешь, помню. Ну да. Бей его. Не хочу его бить, он мне не нравится. Смотри, какой у него большой. Три удара так нанес, нам можно было 4. А, ну что, меня опускают. Чё, давай. Я подвожу. Чё не поймал-то? Ну ты прыгнул не очень. Кстати, сразу опустил меня, наверное. Дамаж тут дважды можно улить. Спасибо. У нас 50 секунд. Вливай. Физико. Да теперь иди от меня, все. Не буду нажимать вверх, не хочу. Я злой, нехороший. Кстати, у тебя 0 колен. Ну и чё? О, Фабино что-то хотел. Где? А, он конфе звонит, кстати. Какой конфе? Конфе какой-то. У нас там много конфы Фабино. А-а-а. Фейбл Домино Тим называется. Я понял. Ну все, накриновали много. Ну он походу что-то стримит там и... Ты понял. Надеюсь, не Властелин колец. Нет, он же уже прошел. Прошел? Ну ты понял. Он прошел фильм Властелин колец. Ну, неплохо, я его поздравляю. Я исчез, а нет. Мне просто надо не понимаю, когда он исчезает, когда нет. Звонит. Снизу там точно ничего не было. Он-то не видит, что мы стримим, ну потому что в избранном нет. Так, тут что, наверху? Не, ну я-то не стримлю точно. Как не стримишь? Ну, потому что у меня ж этот как его. Не, ну в смысле, ну ты же не на своем канале, но стримишь. Ну просто я статус уже не выставлял. Я обычно как красный, значит все стримлю. А, не, это не красный, кстати, это невидимый. Скайп. Не, красный это занят. Ну да. Ну ты обычно невидимый просто. Когда я невидимый. Значит, просто, значит, винартажный скайп не умеет красное, что ли, отображать? Ну вообще-то я красный. Ну ладно. Честно. Ну меня показывает как. Чтоб у меня тупо звонки не. Как это произошло? Чтоб звонки не доходили. Ну я то есть понял. Не всплывали там, звуков не было, хотя звуки отключены. Странно, вот такое ощущение, что все-таки задержка, потому что ну я жал. Как это не звучит банально, но я жал. Ну как обычно, я же жал. Не, ну вот отвечаю. Ну конечно, я тоже жал, но что-то у меня управление не слушается. Что за смех? Не, вон оно там было. Есть, да? Да. Блин, не, надо на ту, значит. Ты неси меня, река. О, не, все. Слита. Очередная секретка слита. Неси я сюда вон. А, нафиг надо. Ну как-то я бы хотел гипер, супер, пупер, соника. Не соберем мы супер, разобьем. Это нереально. Тут найти секретку, это пипец. Ну, не знаю, Костабрик не находил как-то. Хотя секреток очень. Так одна, что ли, осталась? Да. Я что, одну не соберу, по-твоему? Не знаю. Твои чудесные навыки показывают иногда шокирующий результат. Ну. Честно, ну, без преувеличения, иногда шокируешь просто. Куда мы бежим? Ладно, не буду отвлекать. Это сюда мы зафейли. Будут потом говорить, я же жал. Так, где, осталось. Где долбанные 4? Не знаю, я тут за ними тоже долго ношусь.
Да, по-моему, их надо перевернуть. Здесь где-то. В этой плоскости. Вот они. Наконец! Не, не буду в чатике ничего ставить, а то еще на этом. Надо это сохранить для потомков, просто принтскрин делать. Не забудь сюда в принтскрин. Сделал? Нет, ну у меня же фото есть. Ну потом выложи везде. Тут не выкладывай позор на этот везде. Сюда в который слух. Так я же еще гипер не собрал, значит, это все фигня. Первые 3000-ные. Ой, да на рис ты пробеги уже все с супером. А, не-не-не, не надо. Это я такой траллинг не прокатит. Я тут знаю, как супером бежать. Прижимает постоянно что-нибудь. Да ладно, ты смеешься? Да я тут супером постоянно сдыхаю. Не знаю, мне наоборот нравится. Ну вот именно на это карнавале, блин, постоянно чем-нибудь прижимают каким-нибудь этим. Делайся супером. Так я не могу. А специально не буду сливать щит. Только если случайно солью. Придется самому. Так бить. Я могу случайно запросто слить вот тут. Да сколько она влета. Она тралит. Вот. Я уже ее открытой держу месяц. Только мне тут это вообще ничего не дает. Я знаю. Ну может ты когда-нибудь залетишь? Блин, да я не могу даже на ней встать. Пойду по. А, баг-то пофиксили, да? Со второго Соника. Какой? Ну, 53 кольца, я не могу превратиться. А, ну это да, чтоб ты. Блин, пусть... понял тогда, когда я без смертей прошел и потом еще супер собрал и. Не-не-не, мне больше понравилось, что ты вот летишь там на уровне, да? Говоришь, а вы знаете, что есть вот такая фича? Если вы дважды прыгнете, вы зафейлите. И тут же ты прыгаешь и зафейлишь. Ну это честно случайно произошло. Это было шикарно, вот именно это порадовало. Тут же говорю, что так делать нельзя, и тут же. Ну как бы надо же продемонстрировать, что там наглядно. Да, и потом такая отмазка. Ну это я демонстрировал. Да конечно. Да хряк. Да кстати, ты на мне плавать можешь, что ты? Нет. Можешь, ты просто прыжки делай и все. Я так же плавал в детстве. Прых, прых, прых. Да, прых. Никогда в голову, если честно, не приходило такое сделать. Потому что он прыгает же выше с рук Тейлза. Вот, а Тейлз в это время проплывает вверх. И снова так. Не, почему-то не догадался. Ну, в принципе, не особо надо так-то, да. Ну, ты, ну... У тебя колец нет, где ты их потратил? Может быть, этот ранжир где-то пропил все кольца. Я, значит, несу в семейный бюджет, а он вот так вот приходит и транжирит, короче. Ой, транжирит, смотрите. Оп, я добрался. Иди ты там. Тебе придавливает... Чё? Чё? Тебе не придавливает? Да как так? Я просто, мне интересно, в текстурах можно застрять? Да нет, наверное. Да, видимо, всё-таки тут пофиксили. О. Бери секретку. Ну блин, это вниз придется возвращаться, нахрена. Зато кольца, тех ты суперсоник, ты клёвый. Да таймовер же будет. Да какой там таймовер, будешь прыгать и бить. Так это еще до босса дойти надо. Хотя да, это очень долгий уровень. Я говорю, вот этот уровень единственный, на котором у меня таймовер случался. Ну, как бы. Даже когда я уже не первый раз проходил. Ну, у меня, кстати, тоже. Ну, он долгий просто. Долгий и куча секретов, которые же обязательно надо зайти. Не, ну не обязательно. Насчет обязательно не надо. Ну, я обязательно имею в виду, ну, как бы руки так и тянутся. Руки, да, руки тянутся.
Не, ну хотя бы когда супер собрал, то уже пофиг бы. Ну да. Я помню, как в предыдущий раз аж на ланч-базе искали. Во всё тыкаясь. Опять меня нет. Где я? А до Кто куда я? максимум тут можно его раскачать? А, по-моему, вот это максимум уже. А, все, да. Долго ты первый раз думал-то вот эту вот фигню? Честно, нет. Я, кстати, тоже не... Я, ну, с первого раза догадался. Ну, в смысле, ну, с первой игры. Но сколько там минут пробовал, не помню, но не очень долго. Ну, буквально, по-моему, вот, ну, как бы не получается там просто как-то прыжками, да? Ну, и как бы попробовал по-другому это все. Я ж в отличие от некоторых даже в Ивана Биза Galaxy быстро нахожу, как пикалет Не, взял ну, в сундуке. блин, я был сонный, упоротый. Ну, я понял, да. Полетели наверх. Опять удрал от нас. Да куда ты идешь? Сразу вниз пошел. Ты так, блатной. 175 секунд еще есть. Опять я застрял в этой дурацкой шняге. Какая-то она не очень. Что там застрею вечно? Бегу вперед и застрею. Меня всегда прикалывал этот баг. Еще мне очень радовало, когда собираешь много колец. У меня частенько надо такое было. Радостный такой, там 200 колец, думаешь, я сейчас с суперсоником пробегу. А, и И слышишь, прижимает, тебя да? давит. Да. И все 200 колец, все твои 200 секунд. Это просто радость такая сразу. Счастье. И думаешь, вот же засранство. Хорошее настроение на весь день обеспечено. Особенно мне радовало, когда он с самолета падал во втором. А, да, вот это жесть, баг вообще такой частый. Резко чуть назад вертанул. Все, лети. Подожди, а как ты на самолете с суперсоником был? Там же только в самом-самом конце можно 50 колец собрать. Да ладно. А, ты имеешь в виду на второй Макте? Ну, Wing Fortress именно. Ну. Не, я Да. думал, где летишь с Тейлзом на самолете. И Тейлза можно успеть набрать. Но я говорю, только под самый конец там уже уровня. Все равно падает. Я проверял. Не, ну я-то в дебаг режиме там сразу с суперсоником был. Ну ты Ну, в помнишь, дебаге я да? тоже игрался. И тоже могу сказать, он все равно летит вниз. Да, ну я помню. В дебаге там много чего прикольного есть. Можно так испортить игру. Но я даже, у меня же видео даже на ютубе есть. Ну почему испортить? Ну я имею в виду, ну как бы, блин. Приукрасить, разнообразить. Просто наизнанку игру показать все ее баги. Вот уже 5 минут. Ну вот беги. Ну уже конец, в принципе, почти. Вроде. Ты секретку не взял. Это все, до 219, лол. Ну да больше колец А, Богу. нет, кстати, это еще не конец. Я хочу больше колец Богу колец. Все, вот это пы. Я как обычно застрял там где-то с бочечкой. 230. Костабрику не снилось. Все, побежали, тут еще вот дальше будет секретненько. Вот здесь где-то. Да, вот здесь. Давай, по шарику. Ну, дно же, да. Как же ты? Прям сразу думаешь, что ли, запрыгнуть? Конечно. Блин, почти 300. Соберу 300, нет? Да, по-моему, можно. Тут впереди еще будет кольца. Да. А, нет! Тут же будет? О, все, 300. Все. Но жизнь не дают, кстати, за крест. Чит. Да жирновато. Хотя я помню, кого-то смотрел, набрали 400 за левел. Да можно, только надо все-все-все собирать. К тому же можно опять же играть в играх, вот в этих. Вот это то, что Костабрик не умеет проходить эту. Как его? Ну все, ты допрыгнешь. Этот. Ну вот эту я не знаю, как ее назвать. Игру с шарами, где перекатываться надо.
Вот, Ты там видел, можно да, этот очень баг? плотно Только прогнуться. что. Ну, блин, даже не баг, недоработка. Ну, типа ты босса убил, да. Да, и кольца потерял. Тупо, конечно. Ну, в боссе-то это нормально, но, блин. Ой, вот это классный левел. Меня убило, ну опять. Я же прыгнул. Я же жал. Блин, только четвертый уровень. А, нет, стой, пятый. А, из 14. Какая же долгая игра. Ну не зря там сейвы были сделаны. Ну да. Мне нравится, как он... Примерно на уровне Марио 3 по длительности. Ну вот я не представляю, как Марио 3 приходить без сейва. Да почему нормально? Да ну, долго. Если ничего не знаешь, то это очень долго. И здесь то же самое. Это что, первое с первого... Вот посмотрим, сколько Фабино будет проходить. Я тебе говорю, нет, ну очень тут видишь, долго. Тут есть сейвы, как бы они... Так и там есть. Нет. На Дэндиш нет. А. Я про Дэнди говорю. А, ну да. Я с этим, конечно, ну, не доработаю. Тут-то есть, тут все норм. Как бы было рассчитано, что как бы будет сейв. Вот. А ну, там. Тут я так... все-таки Сега. А там-то. Да нет, и у Дэнди были. Не, сейвы. Ну как бы там очень редко. На Зельдах, там, на финалках в основном всяких. Ну, все равно они были, так что. Ой. Не, ну просто как бы Sega 16 бит и Super Nintendo 16 бит, а там все-таки 8 бит там. Ну где я? И картриджи еще дороже были, и все. Я исчезаю. Ну, про Nintendo ничего не сказать, вот именно про истинные картриджи, не эмуляторы. Вот, я ничего не могу, потому что я даже в детстве даже название такого не знал. Да, я тоже, я думал, что Dendy это и есть Dendy. Как бы для меня. Но у меня не было Дэнди. А у тебя даже Дэнди не было? Нет. А что у тебя было, Сюбер или что? У меня она называлась Лифа. А, знаю, Лифа как НЛО выглядит такая, тарелка. Да-да-да. Вот. Хотя вживую не видел, но часто в инете там видел. Вот она была. Не сюда едешь. Я знаю. Я же жал. Ну да. Я понял. Мне вот здесь всегда нравилось, что... Этот Соник стоит такой спокойный, а я разгонял. Точнее, сеструха разгонял. Что-то меня подвинуло как-то. Так, сейчас я отойду на чуть-чуть. Давай. Блин. Не, ну теперь тут, да? Не угонишь у меня качельку. А так хотелось. Блин, не соберу Супер Соник. А, или соберу. Ты пьёшь. Нет! Бабка! Ну чё, давай. Время тащить. Да как меня вечно наверх прикидывает? Всё, стою здесь, не парюсь. Сейчас он выстрелит, и я тогда аккуратненько. Куда меня заносит? Ой, сбьет-то. Что такое? Чё ты летаешь как дно? Соник, ты бей его! Зачем? Не знаю. Ну, все, я справился. Не дал мне ударить, чё за фигня. Ну а чё ты там стоял еще бы так? Поехал я от Соника подальше. Ну я надеюсь, что тебе 10 жизней хватит. Так в смысле, еще же не последний уровень. Ну я так смотрю. Надеюсь. Единственное, я сразу скажу. Этот босс вафля абсолютно, если дойти с гипером. Ну да, разумеется. Но там еще тот дополнительный уровень будет, на котором можно тоже слиться.
Там колес не хватит и все. Ой, да ладно, там фазы есть хорошие. Ну, я, кстати, на том уровне был очень мало, поэтому я по-любому, ну, могу закрабить там. Я на него буквально проходил пару раз, наверное, и все. Не знаю почему. Не знаю, я помню его. Нет, я помню, как он выглядит, что там делать надо, но именно вот как бы руки так не помню, так скажем. Я-то тут... Ать? Чё-то не прыгнулось. Сейчас придавит. Блин. Тут сейчас упаду куда-нибудь, это оно. Кстати, тут же гиперы, а не другие. Они ж не суперы. Я вспомнил. Гиперы, они ж не такие, они еще быстрее, короче. Ты что, задолбал? Вот. Да, гипер он быстрее еще, чем Супер Соник. И прыгает, по-моему, выше. Да, жесть, ну ты понял. Я, короче, сори тут все кольца. Управление, ну ты знаешь. Ну я же жал, да, управление, но я же жал. Да наоборот, я же не жал, а он что-то, блин, мотается из стороны в сторону. Да, повезло. Ну самый, конечно, красивый здесь это Тейлз. А, с птичками какими-то? Да, я шахрал, я помню. Они наводятся на врага, это просто вот стоишь, отдыхаешь. Да тупо что-то реально. Да доминируешь просто, да ладно, весело. Да ну, я же нажал, давай поднимай. Чтобы на боссе не париться. Только быстрее, пока не закончилось. Ну ты уж совсем, ну слезай с меня. Я пошел вниз сам, там я скачусь. Там тебе секретки хватит. Шагик, ты бомбец! Ну что ты делаешь? Сам допрыгнешь. Шагик, ну что? Месье Шагик, ну что мы делаем? Допрыгай же ты! Ну же дохуй! Секретку бери! Тебе хватит секретки. Все, иди долби его. 90 секунд больше, чем достаточно. Ну что ты? Осталось только под что-нибудь попасть. А он замораживает, не? Нет. Вообще-то изи катка. Так, надо встать на его платформочку аккуратно. Вот. Не, надо встать. Только с платформы бить. А, ну блин, что она отвалилась? Вот поэтому я этого босса никогда не бил вручную. Я не в курсе, как его убивать. Я сюда всегда с супером уже ходил. Ты мимом заделался? Типа идешь невидимую стену? Ну да. Ну что ты он делает? О, вот здесь я не любил, честно, ланч-базу, потому что тут очень тяжко набрать 50 колец. Да ладно. Ну не знаю, в детстве мне было очень тяжело набирать. Вот этот меня бесил, чувак. И, короче, огненная шняга, которую я вечно люблю вбегать. Качок. Вот это нет, она нормальная пока. Ладно, сейчас приеду обратно. Не приеду. Очень исчез. Надо. В общем, тут мне не нравится. Тут как бы. Я помню тут стратегию именно чисто в третьем Сонике. Тут стратегия на второй акте такая, что берешь эту защиту какую-нибудь и набираешь кучу колец и проходишь всех боссов, короче, не теряя защиту, не превращаясь в суперсоника, и чтобы когда он лапой своей этой машет, ну самый финальный босс, которого тут нет, то там уже в супере. Не, никогда так не делал. Ну потому что обычно не хватает тогда, и ты там с нулями колец тогда проходишь. Ну там обычно этот, как его, там, когда вот перелетает он, да, там как бы на это рассчитано, что пока он летит вот это долго, у тебя заканчиваются кольца. Ну вот, поэтому я там всегда, то есть именно проходил до полета без супера с кольцами. Ну а чтобы не превратиться в супера случайно,
Меня не напрягало, кстати, его проходить. Я вот так проходил, по-моему. Мне колец не хватало, каждый раз. Секретка. Насколько помню, мне не хватало колец. Я проходил так, как обычно. Все очень было... Да не, он простой. Вот. Я не знаю, почему Костабрик, я ему говорил, используй когти. Потому что у них радиус дальше. Вот, ну не знаю. Ну что, ты говоришь, 50 колец должны собрать? Не знаю, мне тяжко было в детстве. Давай наверх. Тейлс не нужен. Против системы пошел. Стоп, а куда, вниз надо? Да. Ну тут, кстати, можно куда-нибудь закрабиться, на самом деле, с таким управлением. Очень легко. Ух ты! Где еще прийти... Что ты делаешь, а? Мне еще нравится, что у тебя этот серебрилка есть. В смысле магнитик. Аура магнитика-то остается. А-а, ну да. Это же самое имбовое с магнита плюс супер. Сам к себе тайм секунды прибавляет, можно сказать, на халяву. Ух, как ты прибежал, так опасно. Я не думал, уже придавит. Опасный вы. На дно куда-то. Куда несется? Блин, надеюсь, не на начало уровня. А, вроде нет. А чё за босс? А, всё. Днище. Вафли. Мне больше нравится, что... У Наклза две вафли, да? Да. У Наклза две вафли. А, угу. У Наклза все сложнее. Вообще по жизни у него сурово там все. Ну, хорош, сейчас секунда закончится. Че ты идешь опять? Ну мне нравится ходить, я Майкл Джексон. Ну все, закончится. И не закончится. Не закончится. Все, вали, 28 секунд. Давай, давай, ну, ну. Чё ты, давай. 20, 22, ну уже, дави его. Да куда задави он улетает? Тебе. Ну он улетает. Ну тебя боится. Мне бы тоже боялся. Золотые ежины, это ж... Это паранормально. Ну как минимум. Ой, такая звездочка в полу, мне кажется. Где? Ну, вон квадратик. Ну, квадратик какой-то, да. Прикольно. Там же, ну ты понял. Ты какая тебе секретка? Иди так, чё ты? Да не, чё, дурак что ли? Вот же скряга, смотрите, за кольцами пошёл. Ну вот, так-то лучше намного. Здесь все равно задыхается. Да, помню. Да, тут уже невозможно задохнуться. Тут и так-то не нужно воздух брать обычно даже. А этим вообще пролетишься, не заметишь. Я вот только не помню, в какой-то части я, короче... Это что за момент, я такой вообще не помню. Степ-2 лазера вот на такой платформочке были. Я тоже не помню. Куда я иду? А, я помню этот момент. А тут перепрыгну, интересно? А, блин, случайно. Нет. Ну ладно. Так, а куда там поверху? Не знаю. А, ну тут это, кстати, вот тролльный момент, когда там без колец идешь, в напряжении в таком. Ну? Тут что, вот тут, видишь, потерянные мной секунды. Ну тут босс легкий, ну он урезанный. Ну я да. Я только не понимаю, почему он урезан. Ты видел, как я проскочил эту штуку? Ну, потому что скорость больше. Да. Да нет, до босса это не дойду супером, по-любому, ты будешь валить. Но я без колец дойду, скорее всего. Не, просто я не понимаю, почему они его урезали, зачем? Ну, потому что слишком сложно, якобы. Ну, игра-то для детей, не забывай. Это костабрики там не могут пройти, а так-то вообще для детей игра. Да ну, не сложно. Которым явно сложнее. Да не сложно он? Да нет, ну все-таки он... Я его без колец валил. Ну, а тебе что, 15 лет, что ли?
Так в детстве. А, в детстве? Ну фиг его знает. Я говорю, в детстве у меня заканчивался супер. Я тогда не думал, что можно в оболочке бегать. Приходил туда без колец, нормально. Ну, я так и сейчас и приду. Потому что, ну, первое-то даже если я успею быстро, там все равно минуту где-то летит, это нужно, чтобы где-то сотка была, и то там еле-еле, может быть, успею. Вот, оболочку главное сохрани, ну, хоть один удар будет. Не. Да, Наклз разбивает. А какой у Наклза тут босс или такой же, я что-то не помню. Да такой же вроде. Не, даже сотки не будет. А, ну ладно. Ну ладно. Все, стой там! Вот это мне всегда нравилось. Стоит там такой, смотрит на этого. На товарища Эггмана. Во. Все, умерли, товарищ Эггман. А, так он... Да что за халява? Почему он превратился-то? По-моему, не превращался в оригинальном Сонике. Не помню я такого, честно. Да, в оригинальном Сонике он продолжал быть супером. Это вообще тогда изи какой-то слишком. О, ну тогда вообще доминируй. Не вспоминай, как приходить последние 7 кристаллов. Ну, придется только этого сбросить щит тогда. Я не буду специально опять же сбрасывать. Сейчас я, когда на эту колючку вы наткнулись. А где ты? Да я просто исчез. Пошел за кофе. Огонь такой реалистичный. Вот снизу, который из больших сопел. Просто красная текстура. Вот и я. Дави его, Магай. Блин, это из-за тебя. Блин, уж ушел, да. Ушел, ну. Все? За 3 минуты пройдем этот уровень. А у Костабрика тут таймовик. Ну у него все же сложнее, там на последнем боссе реально тайм-овер напрягает. Да ладно, ну вот сейчас был бы последний, но еще бы минуты две на него потратили. Да? Тебе даже, наверное, хватило бы 56 колец. Да. Не, ну это из-за того, что я летел без супера. В оригинальном Сонике 3 там бы во время полета закончились бы. Если оно падает, откуда оно там? В смысле, так мы же на нем поднимались. Нет, вот в этом машину. В следующей части. Он что, его починил, что ли? Да, да, вообще-то она должна быть от такого падения полностью разрушиться. Ну ладно. Я уже много раз об этом, об этих вещах думал. А вообще, по идее, во второй части, он же именно взрывается там, да, как бы. Ну. Не знаю, как он там выжил. Ну, куда ты пошел? Там секретка, ты че? А, надо же собирать опять. Да, ну, всё, ты че? Всё, закончилось. Такую халяву захотел. А я думал, сейчас 50 колец возьму и вот, погнали. Вот, теперь понятно, откуда вот эта комната с кристалликами. Там. Да не особо понятно. Хайден Пэлас. И почему он спирает именно большой. Потому что это и есть главный изумруд такой. Все, пойдем по верхней, вот в эту. Так это ж который... А, нет, этот я собрал. Это который беготня по кругу, да. Вот это ты приходи, он сложный. Да. А я не помню, я его на перфект собрал, нет? Да, по-моему. Да вроде же все же собрал. Нет, один я не собрал, один зафейлил. Вот так вот. Я молчу. Ну я привык к задержке, а ее нет. Ну ясно. Ну я понял, понял. Кстати, тебе нельзя стать супером. Если ну, чё. Ну я как бы понял. Да блин, травит. Все, убил, давай. Вот здесь я не помню, но тут их очень много. Как, ну, соберем как... за первый уровень? Не, навряд ли. Когда-то у меня была даже стратегия. Как ездить так, чтобы собрать все. Уже не помню. Ничего не помню. Просто я даже, по-моему, на стрим не заморачивался в их поисках, потому что их тут так много, а я... Ну, вроде 9 за 2 акта, да? Я тогда на трене уже. То есть мне не нужно было, шанс ошибки был маленький.
И то на все перфекты не собрал один за фейном. Приехали. Где? Конечно. Да что в меня-то? Прям в тебя спрятался. Прям в нос дал. Где-то наверху точно помню секретка. И внизу еще одна. Под этой. Там наверху не было? Не, не помню, не спрашивай. Иди ищи, если нужно. Если нужно? Ну, мне казалось, ты так можешь собрать. Без особых таких. Ну... Не, назад. На... По-моему, сзади было. Что за фигня? А. Задерживалка. Я вспомню, там шипы. Поздновато немножко. И вверху жизнь, как бы, чужизня. Все, я вспомню, там жизня. Жизни не нужна. Да, я ж так делал, да. Я помню, все. Идеально, я вспомню, я ж так же делал. Разгоняешься, а там тебя ждут шипы. Идеально. Так, тут... Нет? Блин, а где они все? Такое ощущение, что мы идем именно там, где их нет. Да вот, я не знаю, ты ходишь какими-то странными, окольными путями. Я так на них просто нарывался. Во. Вот здесь, да? Так. То же давай самое. Вот этот, вот этот. Вот. Нет, так может одну и ту же будем? Нет, вот этот хочу. Во. Так это ж первый. Блин, ну это сложно. По-любому зафейлил. Вот эти я всегда последними брал. Почему? Потому что когда на прыгалке прыгаешь, прям в них носом езжаешь на другой. Да не особо, видишь. Ну не прям же надо там повернуть. А где? Да там вон. Там это понятие вот. Растяжимое. Ну там же ж. А тут там? Нет. Нет, там, в другом там. А, так там вот эти. Да нет, ну там вон там. А, вон там. Так что я сразу не сказал. Ну, извини, забыл, что они там. Еще девятка осталась, да? А, она там? Ну да. Да не там, ну что ты, блин, путаешь. Ну и не тут. Найти не может. Да у меня такое тут часто бывает. Девятоньку потерял. Ну, правь, к берегу правь. Сказал же к берегу. Ну, одна есть. Осталось шесть. Там, когда уровень сменится, не убегай сразу от этого, от смены, а наверх я тебя подниму, и там будет секретка. А какой ты не собрал? Самый последний. Ну, который, когда в Sonic Knuckles играешь, он самый последний. Ой, тут есть выход. Ага. Ну, это босс. Как босс? Ну, по-моему, это уже дорога к боссу, не? Да чё, мы же на зеленом. В смысле? Мы же еще на зеленом только. А, тут же только первый акт еще. Это первый акт. Босс. А, то тут уже больше нет, наверное. Насчет нет, не знаю, скорее всего еще есть какие-то, но не здесь вот. Вот, и тут сейчас такой, оп, босс. Нет? Я в шоке. А кто-то игру забыл. Я же говорю, надо перепроходить, Соня. Что там наверху, не помню. Так мы уже второй раз перепроходим вообще так-то. Нет, именно я должен перепройти, чтобы оценить. Где мы вообще? Я так не оцениваю. Тебя держит шняга. Ну блин, чуть не помню такого момента. Я тоже. Не, значит, в другую сторону беги, там должно быть что-то. Во. Вот тут вроде нет. Не, похожий момент.
Да, похожий момент, и где-то в таком моменте оно было. Ну, это на втором акте ранее. Там еще такая же пихалочка была. Вот это. С гифкой. Ого, ты меня что-то подкинул. А, ну спасибо. Подкинула. А, вот этот момент. Значит, на этом акте. Нет? Да ладно, значит, совсем похожий момент. Совсем-совсем похожий. Совсем-совсем. Летим тогда уже в конец. Ух ты, он упал. Да что, ну что, ну что? Что ты делаешь? Ну это игра. Виновата. Ну я понял. Опять отцепляться. Куда бежит? Чё твои? Переход, по-моему, нету ничего. Давай проверим. Ща-ща-ща, я подлетаю. Хьюстон, я подлетаю. Есть. Что есть? Ну, попал на ШП. Да было назад съездить, там, наверное, было. Ну, куда ты бежишь? Да нет. А, нет, тут, по-моему, нету. Это же стандартный момент. Да нет, именно там. Где этот енот тебя отпихнул, надо было вверх сходить. Там. Ну, по-моему, нет. Ну, хотя фиг знает. А сколько мы нашли на первом акте? Четыре? Три? Два? Три, да? Три. Ну, по-моему, это почти максимум. Четыре вроде их тут. Да нет, их там чуть ли не шесть. Не-не, их же девять за два акта. А на втором там по-любому больше. Ну, на втором я точно знаю после этого. После смены. Этих там точно есть. И где-то вверху ты находил. А откуда такие технологии у Наклза? Ну, он блатной. Посмотри, у него пальцы веют. Ищи, Соник, искать. Искать мод активировал. Ать? Ну что я в пружинку впялился? Нашел. О. Во. Искать мод success. Вот-вот, давай вот в этот, вот-вот-вот в этот. А, в этот? Ну это давай. Все, давай вот в этот. Это вроде легкий какой-то. А, ну так себе. Если не зафейлить, то легкий. Все, концентрация 9000, давай. Тащи. Это было неправильно. Я не так хотел. Кстати, я так посмотрел, он же вообще изи этот левел. Никогда на тренинг. Вообще изич. Ну, у меня не всегда одинаковая тактика. Это тот один из уровней, который я точно помню, когда идти всегда. Ну вот тут всегда такая тактика. Ну, правда, здесь я не так собирал. Сначала вот это собирается на кофе. А, ну я-то, мне пофигу, я же не собираю ничего, не машню. Ура. Не, к концу прикольно было бы. Я говорю, там 56 жизней, 16 контосов. Не, ну в принципе тоже челлендж, да, собрать там максимальное количество жизней. Больше всех. Хотя я помню, кто-то говорил, что там больше сотни можно собирать. Спокойно. А кто, я не знаю, как в третьем, но во втором, если ты 99 жизней собираешь еще одну, то там, короче, такой нолик показывается, но другой совсем. Но... Никогда не собирал. Ну я в дебаг режиме собирал. А, не заморачивался, честно. А меня это просто прикалывало, там поставишь этих, ну, врагов там, да, штук 100, а, да, да, там. Да. Рыбки выпрыгивающие, да, на первом левеле. И сидишь, фармишь. Ту-ту-ту-ту. Да-да-да, я это помню. Так же баловался. Было дело как-то. Не с нас. Во-во-во-во-во. Вот туда. Да. На грибочек, давай ко мне. Да грибочек подкинет вверх. Да он слабо подкинет, по-моему. Да ладно, еще раз. Да зачем ты отцепился, да он ты... еще раз кидает. А, да ты донесешь. Ну давай донесу, ладно, так и будет. Если что, можно и справа обойти.
Ну чё, давайте теперь по хардовому пути, вот этот берем. Да, хардовый. Нет, этот легкий. Ну, самый, по-моему, легкий из всех. Кроме перфекта. А, ну это даже легче, чем первый. Вот здесь можно не набрать перфект, вот как ты взять и не набрать. Ну да. А я там не смирались, я знаю, что там можно перепрыгнуть и кольца. Ну, да, но когда работаешь на перфект, такое нельзя делать. Иначе все это... Нет, это реально самый легкий, легче даже первого, потому что тут заблудиться невозможно. Ну как нет? По-моему, Костоблик его даже с первого раза прошел. Да? Угу. Ну или не, ну не с первого, первый раз он просто вообще не понимал желтенький для чего. А когда понял, то прошел сразу. У нас есть шанс набрать кристаллики. Да нет, я же на самый сложный еще не прошел, на которых я фейлил-то. Ну все, шаш. Ну потому что, видишь, я выбираю кристаллики, так хоть ближе к цели будем. Потом будешь тратить те, которые не очень. Где я? Я не понял, куда меня унесло? Ну, по-моему, наверх надо идти. Куда наверх? Ну вот на этой прыгалке наверх. Кольца-то не нужны, все равно жизнь. Вдруг случайно жизнь возьму. Хорошо, что я не жмакаю. А, вот тут. А, нет. А где же она? Да не, была где-то сверху. Я помню еще специально. Туда либо Теус может довести, либо надо сразу идти по верху. Че я сделал? Вот здесь. Вот здесь нет. Да лол, ну но. Нет. Нет. А вот тут, по-моему. Вот она. Помню, надо было идти по верху. За мной. Вот. Бери. Нет, я не пойду в это. Бери вот это. Нет. Бери. Нет. Ну сейчас прыгаешь. Тут, всё. Блин, ну. Вот. Вот, все, давай, жми. Газуй, Соник. Ты ну можешь. Если я эту возьму, то считай пройдено. Да он легкий. Да нифига подобного. Да он легкий. Это реально сложно для меня. Не заметил сложности. Давай. Оп, и все. Ладно, лучше не буду подсказывать, ты сам знаешь. Да я знаю, только, блин, это сделать не так-то просто. Это сейчас еще медленно было, а вот другие. Здесь не помню, как входить. Вот так. А где? Не туда. Где? Вот здесь. Вот видишь, Торыч сказал тебе, вот здесь, кстати, тролльный момент, что надо перепрыгнуть, чтобы собрать перфект. Вот, а ты боялся. Так это все, шансы-то на гипера очень хорошие. Ну потому что Торыч тебе говорит, куда идти, а ты не слушаешь. Ну все, считай, собрал. Может даже за. Не, ну там есть еще, конечно, тоже сложный, но так если я их в тот раз даже прошел, а сейчас. Стой. Я вот не помню, это здесь надо поднимать тебя до секретки, или ты дошел уже до секретки? Да, ты дошел до нее. Это она и есть, верхний путь. Что-то такого не помню. Ну это верхний путь. Меня сюда, по крайней мере, я не помню, чинаковзом я залазил, не помню. Не, вот именно секретку я помню, а вот эту вот штуки я не помню. Вот эту я тоже не помню. А, так это уже конец. Ну ты еще сейчас. Ну тут вот еще одна и ноль. До норм собрал, мне кажется, за первый акт. До первого уровень. Ну да. А сколько-то осталось-то? Сюда. Осталось вот, 3 всего? Вот этот вот, беги. А я не помню, это как. По-моему, сложный какой-то. А, ну так, не особо. Легкий даже, я бы сказал. Ну тут я, по-моему, проблем не помню. Тут сразу кристаллики, ну точнее эти монетки все открыты. Только затралить может вот это вот, влетание вот в такое вот.
тут лучше через желтенькие прыгать просто. Не туда. Пить не туда. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Страшно стало, да? Обходи. Да что ж такое, все по заперто. Двери закрывают от Соника. Одна осталась, что ли? Две вроде. Две. А, еще четыре потом отдельно где-то лежат. Где-то не со мной. Ой-ой-ой. Вот зря ты так делаешь. Знаю. Вот еще шесть. А, нет, значит еще одна где-то. А, да. Только где? Ой-ой-ой. Ой-ой. Вон она была. Где? Вон. Справа или? Там! Ну куда ты бегаешь? Ну беги туда. Ну скорость уже все равно вроде максимальная. Можно не торопиться, да лол, ну дно. Куда ты убежал? О, по-моему, вон, да? Да ну нафиг. Да ну нафиг, чё? Что ты делал? Не, ну ладно, если быстро собрали, было бы неинтересно, да? Я понял. Ты только для этого это сделал. Ты собрал конт на босса, да? Случайно не запрыгнул. Я понял, это была разминочная такая игрушка. А на втором максимум две вроде. Ну так, именно найдем. Их-то больше, но найдем, я думаю, не больше двух. Хотя как везет. Ну одна точно перед первым боссом прям там. Потом, которая где шипы ты двигаешь. И по верху, как Костабри. Вот там точно будет две. Чекпоинт для собаку. Угу. На-ка тебе. Чё ты, блин, затормозил. Ну ладно. Убьем как-нибудь, я думаю. Повезет, если на рандоме. Да что меня убило? Это нечестно. На! Жиробац. Ну ладно. Все равно же отнимут все так и так. Кстати, вот на первом боссе я для Накоза не вижу особой сложности. Ну. А, ну как бы, ну потому что что, что с него взять-то? А вот на следующих, да, видел. Ну да. Ну хотя на втором там не особо, но сбоку прыгаешь, ну и все. В принципе, ничего такого. Я уже думаю, что они вверх смотрят, упор это что? На третьем там, в принципе, только то, что руки быстрее двигаются. Ту-ту-ту-ту. Оп! Not bad. А там секретки не было? Нет, по-моему, нет. Это другой. Да? Все смешалось в доме Обломских. Костабрик, здравствуй. Всегда тут умирал. А, я думал пришел. А, у нас же стрим у нас в Донске. Я шел на стрим. Поднимай еще раз. Да, забей. Забей, Судов просто хочет поиграть в Соника. Показать, что он все же может забрать все кристаллы. И даже больше пройти Соника. Что? Блин, ну да, не Соник. Ты рисковый. За туда нес легко. А тут нету справа в стене? Нет. И тут нету в стене. Кроме мыши. Мышку я находил в стене. А так. Тут нет? Не-не-не, а, тут не нет. Это не тот момент. Ну блин. Тут нет, я скажу, ну... Ты вот помнишь, да, как Костабрик шел? Он в первую заворачивал, не ехал на дно, а заворачивал на первой сразу же. Там... Сложно, потому что там можно упасть из этих цистерн, но там можно зато, соответственно. В смысле, не понял, где заворачивал надо? Ну, я скажу, ты еще не дошел.
У нас задержки нет, так что я скажу. С огня, А, давай. я понял, ну, кажется. Ты про эту большую крутилку, да? Да. Жизнь для собаков. Угу. Те, где 14 жизней. Блин, случайно нафармились. Учитывая, что мы еще их теряли. Тоннами. А, это не тут? А тут что наверху, подожди? Тут ничего вроде. Не, да чего даже там платформа стоит, я что-то не помню. Я помню, попадал на нее, когда вспоминал. Но что она дает? Куда лететь? Налево, давай. Давай на... Куда платформа? Она, она вниз уводит, по-моему. Блин, посмотри, может она появилась? Это ты ее угнал. Не, она уехала. Это не очень, ну блин. Она угналась. Ну а там, по-моему, только защита. Нет, туда надо идти. Я наверху вообще-то стою. Я вообще впервые узнал, что вот эта штука может придавить. Вот этой? Да. Тебе Костобрит показал, что ли? Ну да. Меня никогда так... Ой, я не туда поеду. Я не знал, вот пока ты мне сейчас не сказал. Я не знал тоже, меня никогда не давило. Но на его стримах открываешь тебе много нового. Честно тебе сказать. Вот час, по-моему. Не помню. В каком-то из этих можно... Нет, не в этом, в другом. А, мы назад вернулись. Вот, да, блин. Беги. Насади у меня на шип. Стоп, платформа появилась. Где? Садись тогда, все. Ты чё тут? Не помню, я очень давно тут был. Чё-то опасное, да. Ой, опасный ход, лучше б я туда не ходил. Да ладно, я люблю такое. Он окупится хотя бы. Еще более страшный, чем там Костобрик ходил. Ой. Жесть какая. Секретки еще. Блин, ну для чего-то же он нужен. Я опять все пропустил. А что тут наверху? Ой, далеко улетел. Да почему сразу-то не цепляет? Мы же были на уровне. Ну сейчас сюда можно попасть. Ну, можно, но, по-моему, это нет смысла. Ну все, короче, ты пропустил опять все секретки. Ну блин. Своим вот этим путем. А вот тут нет ничего. Ну, проверь. Блин, мы с этими поисками секреток реально тайм-оверов наберем. Да какой тайм-овер? Ты кристаллик собери сначала. Говорит, не, ничего там нету. Сюда, вот в этот. По-моему, тоже сложно. А, не, это легкая какая-то. Неважно, соберем. Ну, я в тот раз ее с первого раза собрал. А сейчас не знаю. Не знаю, зачем так сделал, но это так получилось. Закосячил, ну и пофиг. Хотя я тут так всегда, по-моему, собирал. Лень вот так вот делать. Я бегал, по-моему. Что ты делаешь? Ты решил адреналинчику себе добавить? Видимо. Давно не фейлил. Я вообще-то с такой надеждой, что ты их соберешь, пришел. Хотя бы на гипера посмотреть. Весь будешь блестеть. Наверное. А куда, подожди? Да я откуда знаю? Что-то обычно мне не возникает тут проблем. Ты рулишь. Как? Задержка. Я же жал. Я понимаю, почему ты не хочешь до сих пор поднимать стрим. Так, ну это второй кристаллик. Там был первый еще.
Погнали, ждать этих совопоков не будем. Все эти. А, не, вот, вот еще один, все. О! Меня не берут. Таких не берут. Иди сюда, иди. Нет, нет, тот ты просрал. Иди вот в этот. А, легкий, да. Так мы же его уже брали. Да? Да ты зафейлил, если честно. Если месье сюда вспомнит. Как он тут фейлил. Туда-сюда пытался и наотражался. Ну, и просто подскользнулся. Ну. А, ясно. Лапку занесло, я понял. Да. Ну что-то как-то ты ходишь по-евгейски. Не везет. Тут, наверное, какая-нибудь тактика есть, типа там... Всегда направо идешь или что-нибудь такое, или всегда. Ну налево. Вообще, по-любому есть. Но я тут рандомлю, потому что они достаточно легкие. Мне как бы вопросов не возникало. Чисто ходишь, рандомишь. Еще три. Это был, так сказать, контролируемый за нас. Ну, я так и понял. Ну все, последний, давай. It's failing time. Да ну ладно, неужели ж? Ну еще шансы есть набрать, шансы есть. Да куча, тут раз, блин, я последние три собирал уже там. Чуть ли не на Sky Sanctuary. Да-да-да, пытался, я не знаю, где найти. Уже хотел даже баги копать, чтобы на... реально вернуться на прошлый левел. Да, я помню, смешно было, честно. Двигушки зачем-то. Вот в этом, по-моему, я больше не помню так. Нет, есть же еще перед боссом. Где? Перед боссом. Не понял, правда, перед первым или перед вторым? А, это перед вторым, наверное. Мне тоже кажется, это не во второй ли зоне, но да, здесь... Да, во второй, второй. Я помню, после него идет этот лазер, ну, типа, который отсылка ко второму Сонику. Хоть! Ну ты там сам размекишь, что ли? Да. Хоть? Точно нет? Ну я понял, там нет. Ну насчет того, что нет ли там секреток, не помню. Так там обычный ход, там же можно было не падать. Не, обычный ход, но если там еще секретки, ну, не знаю, где-нибудь в стене, назад же бегать можно свободно, это ж не Дэнди. Насколько я помню. Ну тут не по, ну как бы дизайн уровня не позволит назад. Ну, хорош. Чё хорош? Я долетел. Твоя очередь. Тролльный момент, ненавижу его. Всё, хареду. Ты до полдня будешь себя упочить. Ой, да что мне кулаком вредно? Мне тут придется работать вместо тебя. Я не рискую за тебя цепляться, ты слишком нерандомный какой-то. Подпрыг и все. Вообще, чё я как дурак, пойду здесь постою. Смотри, не на меня уводят. Надо сбивать, потому что тут ничего никогда не выпадает. Ну что ж, на этом есть шанс набрать, по-моему. Две осталось, да? Да, тут есть две секретки. Блин, и всякие снапы там и инферно не видят. Ну ладно. Давай-ка я стрим подниму. Да не успеет же зайти, ну ты снапа позови просто. Он уже привык, что я ему спамлю. Хотя рано зовешь. Ну онлайн.
Если хочешь, я снова позову. Да, найдет. Снап уже привык к моему спаму, так что. О боже, оказывается, твой позор видели. В смысле? Нифиг напишет. Вижу я, не пишу просто. Ага, привет. Все, ты опозорен. Вот здесь сразу беги вправо. Ой, какие быстрее. Привет тоже. Ну, в общем, тут все. Блин, ну как испалился-то? Я же не онлайн был. Вот здесь опасно проходить, но зато потом, по-моему, будет секретка. Ну, я мог и запрыгнуть. Нет, это не та секретка. Я не эту искал. Зачем я жизнь взял? О, хендлинг, блин, с гидроуровней еще. А как так? А, значит, ну стрим же чуть-чуть успел там онлайн побыть-то, да? Видать, зашли. Стоп, не да, сюда явно, наверх. Без тебя, короче, пойду. Ну, блин. Так, вот и, по-моему, в бок. Нет? Mm-mm. Тут только шипы. Да. С ледяного. Ну блин, оказывается, тут народу какой-то сидит уже давно. А че вы молчите все? Я-то мониторю чатик. Зачем? Даже если сутал не мониторит. Не, почему? Я тоже вижу. Ну просто мы его на стриме не видим, потому что глючит что-то из КДВ ТВ не подключается в этом, блин, тюрет чате. А так-то у меня открыто. Отдельно в браузере. Да, так-то мы вас мониторим. Зрители ж это ж навсегда. Короче, я не знаю, где тут надо было идти, не нашли ничего. Но было. Классно ты упал. Все, а, да. Придавича. Здесь нет точно. А, вот сейчас будет-то наверху. Ты где за... Ты молодец. Бедный ты. А вот не тут ли справа еще, нет? Нет, нет, точно нет. Там шипы. Сейчас побежим, ну, какой-то будет бег там быстрый, и потом вылетаем налево. Да-да-да, ну, это я помню, она стандартная. Ну, Костабрика я так и не нашел, я ему столько раз писал о ней, он никак не запомнил. Я не писал, потому что ему она не нужна. Честно. Она ему банально не нужна, потому что, ну, а смысл? Ну, мало ли, вдруг прошел бы. Пойду сюда. Ну, ты понял. Что ты делал? Да что ты я это. Все, погнали, я выбираю кристаллик, как обычно. За мной. Вот сюда, вот этот. Вот, все, давай. А, так это же самый изичный, блин. Ну да. Изичный. Но ты его не собираешь. Да потому что я, ну, ты понял. Ну я понял, да. Ты жал там, пин. Что там еще было? Не, ну я помню, я тут целую стратегию, как забирать эти кольца дурацкие сделал. Помню, помню. Такой не очень. Ном-н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 ом. Блин, ладно, не буду отвлекаться. Ум-ном-ном сейчас закончится чем-нибудь странным. Типа, оп, прилетели. Вот здесь только не перепрыгни шарик. Ты, я помню, тогда перепрыгнул шаг. Да? Да. Фу. Да ежишь. Одна осталась. Сколько раз мы его поминаете? Ну понимаешь, нам таким крабом не с кем сравниться, кроме него. Сейчас я попробую еще раз СК2 ТВ добавить, который, может, он починился. Может, это досят опять? Ну, похоже на то. Ну, потому что там вот эта вот проблема, типа, ну, сам видел, да? Типа, бла-бла-бла, что ты там. Не, не добавляется. Все, прилетели, свась меня. Блин, я не могу превратиться. Почему мне отобрали эту возможность? Ой, здесь классно. А его убить раньше времени нельзя, да? Нет. Здесь этот классно у Тейлза
птички дамажат этот лучик. Ну, я не вижу себя. Я, может, его убью. Сколько ты раз ударил? Пока 5. Да что такое? Да ну хватит. 6, 7, 8. По-моему, нельзя. 9, 10. А вы убил. Я убил. Я убил его, я убил, я сделаю это. Блин, неохота 171 терять. Ну, не то, что жизни, а ну просто как-то, блин, жалко. Беги больше, собирай. Там еще телек, десятки ног. Телек будет что. Фух, перепрыгнул. Если честно, я на этих шипах иногда фейлю. Все, погнали, наверху подождем. Этот бонус реально запоротись и медлить с макс скоростью, он будет прилетать через прыгалок. Вот, да. Кстати, ей двинуться надо, иначе он не появится. Mm-hmm. Что ты делаешь? Дамажу его. Ай! Надо было хвостами вниз. Перевернуться, да? Ну. Таймингов-то не знаю. Там 10 раз он шажочек, 10 шажочков делает. Все, мы победили, ура! Победили, ура! Все, за следующий собирай, все. Пока. Один остался, да? Блин, 19 жизней, ну куда? Сольёшь. Да нифига. Ты кристаллик, главное. А я, кстати, так не понимаю, как у Костабрика получается так их мало фармить? Смотри, мы вообще их не фармили специально, ни в какие бонусы не заходили. Ну да, я против бонуса. И, блин, все равно 19. Зачем тебе бонусы? Ты просто на их время потратишь, да? Ну, заработаешь. Самая жесть начинается, когда еще кольца в тренде собираешь для перфекта, если я помню, мог скорость перепрыгивать. А. Ну, перфект это я тренил. Я помню, как они собираются дотяжка. Ать! Ну, я, короче, попытался полететь обратно, но не полетелось. В общем, все как обычно. Ищи там. Как ты там говорил, под на, песками? На да? дне. Не на этом дне, по-моему. Точно нет. Даже экран-то не опускается-то. Слишком на дно ушел. А вот тут может быть. Нет. Нет, обычно на дно уходит, там платформочка есть. Так ее не видно отсюда бывает. Да нет, нету точно. Да, тут нету. Я ж про в секретках. Блин, сейчас выпустим кого-нибудь. А нет, не сейчас еще. А вот тут, по-моему, есть. Ладно, помогу, чё. Снимаю шляпу, месье, так еще не умирали. Пойдемте наверх, месье. Как хотите. Ой. Пошли. Что-то я на шипастика так приземлился. Я вообще забыл, что тут есть путь наверх. Я правда не помню, есть ли тут секретки, потому что уже 100 лет не ходил. Хотя мы с тобой именно так и шли тогда. Ну, ладно, не важно. Да достаточно будет той секретки в каче... А, хотя я же с первого раза не соберу. Никогда. Ага, достаточно. А какая осталась, подожди, я же самую сложную собрал, какая осталась-то? Самая днишная. Какая? Наверху была? Ну... А где, ну какая осталась, ну какие, как, ну какой пример там дизайн, что-то не помню. Я тоже не помню. Это что ли? Да что такое, лол? 2 фейспалма этому человеку. Он издевается просто. Наверху была, кстати. Давай.
Ну я не знаю, где я. Вот один. Ать! Вообще не знаю, вот таких вот каумповских игр очень мало, мне кажется. Да на Сеге не так уж много. Да нет, что-то мало как-то. И ну, где? У меня такой же вопрос, и где? Чё, выше еще? Брат. Я не поднимусь. Чё, под кирпичами летаю. Ну разгоняйся туда, чё, сигай. Прыжок веры. А-а-а. Ну-ка попробуй. Ну ща подниму. Вот! Давай промежуточная остановка. Ну давай. Говорит, пропустили, но мне пофигу, мне тут интересно что. Вот! Ну я ж пронес бы выше мохнатика. Ну. Ой. Ты меня сейчас убил бы. Иди сюда лучше, здесь безопаснее. Где? Да лол. Что я исчезаю? Здесь безопаснее. Здесь не придавит. Да? Да, ну здесь я вот так вот, оп, обошел. Шикарно. Опять все пробежали. Да там же... Тут вниз секрет-то. Или наверх? Погнали наверх. Не помню насчет секрета. Какие тут люди-то. Ну, Наклс, он же не может быть стейлзом. Сверху? А, хотя, возможно, там Тейлза силы не хватит. Который наверху. Помнишь там? Ну, на стене такой синий. Да не, по-моему, хватает. Ну, по-моему, нет. Мы же вроде в тот раз даже пробовали. Вот типа такой. Ну, блин, я случайно. А, да-да-да, не хватает. Я помню, не хватило. Бедняжка, не дотащил, чё. Да есть. Ну он же островочек. Еще ниже. Да, еще ниже. Чё за лаг? Да дно. Специально не отдаешь все кольца? Да я ж собираю одну. По-моему, направо надо было идти, а не налево. По-моему, наверху, стоите наверх. Не-не-не, тут отсюда падаешь, я понял, Костабрик отсюда пал. Наверху, говорю, только направо. Справа там будет прям подъем явный такой. Да нету тут справа. А, значит вообще мимо, это пустая. Да нет, она была там. Да нет, это пустая. Да нет, она была там, я тебе точно говорю. Пошли. Где там? До упора иди. Да ты чё, это точно не то место. Да точно то. И вот здесь поднимаешься на одну ступеньку. Ну фиг знает тогда. Всё, и вот здесь где-то. Значит, надо выше подниматься. Там уже не поднимешься. Да, я не поднимаю. Ну всё, значит, не судьба. Я помню, говорю, что... это не то место. Может, тут ты имел в виду? Я не помню. Навряд ли. Не, ну явно нет. Тайм-овер, все дела. Ой, да господи, пускай будет. Ну мы же без смертей проходим. Без смертей, ты уже десятка три слил. Без смертей. Шутник. А еще этот уровень, который с привидениями, оказывается очень сложно, почти невозможно пройти, ну, не включая свет, ну, потому что, ну, ты видел там некоторые моменты, ну, пипец. Так, а тут куда, интересно, лучше? Не знаю. Пойдем вниз налево, тут прилетаешь этот момент сюда. Вон там что? Не знаю, посмотри. Ну, как Форест тебя классно делают. Прикол, да? Я такой первый раз нашел. Вот сюда пойдем.
Ну, А тут она особо с последней осталась или две? А? Последняя или две? Я Последний. эту не взял. Нет, ты тогда запутался, куда идти. Ну и что? Заднил, короче. Так запутался, это еще не причина сливаться-то. Но ты слился. Вот что это сейчас было? Я не знаю. А, я вот так увернул и, да, вспомнил. Что делает? Что творят эти суда? Достаточно Убери сейчас его, взять и все, и как гиперсоник, да? Да. 14, 14 синих непонятно чего останавливают. Блин, ну ты понял, короче. Отделяют. Нашел. Нафармил колец. Да. Да. Наконец-то. Наконец-то Судов смог это сделать. Наконец-то мы посмотрим на него. Кто-то тогда хотел увидеть. Я не помню, кто-то очень писал. Хочу, хочу, давай. Судов. Но Судов так и ничего не дал в конце. Вот. Вот теперь он виден. Большой, классный. Ты можешь стать гиперсоником. Колес не хватает. Ну, что поделать? Так еще пол игры впереди. Да, короче. Я взял тебе два кольца, радуйся. Да чё фейспалмить? Нормально прошли. А вот тут еще одно наверху, ну уже пофиг. Ну я могу долететь. Думдей, ну и чё? Почему мне-то прилетело? Есть Соник, прилетает мне такой же в бошку. Шикарно, там внизу шипасти. Нет, а где шипастик был? Да, фиг знает. О! Мы проходим без смертей-то, пацаны, вы помните? Может, мы полетим наверх, а? Да нафиг. Я хочу на гиперсоника посмотреть. Забыл, как он выглядит. Я даже что-то не помню. Я его собирал, по-моему, один раз. Стоп, я его вообще собирал? Я собирал, я ж вроде всеми приходил. Я же на эмуляторе в Sonic очень мало играл, а на картридже у меня, разумеется, не было его. Не ходи. Да ну. Я же всех вроде на стрим даже собирал. Да я что, твои стримы по Sonic, думаешь, смотрел 5 лет назад? Не-не-не, я просто говорю, что я все собирал. Для всех. Для Knuckles и для Tails. Tails and Bar. Ну, Tails я точно видел. По-моему, был по-моему, последний. Да, по-моему, даже сам собирал, а вот... Это был последний стрим по Тейлзу у меня. Сначала я прошел Соником, потом Наклзом, потом уже Тейлзом. Обожаю вот этого здесь. А я подпрыгну. Чтоб его не взять. Так а зачем кольца-то не нужны? Ну да, в принципе. Но опять же, я хочу посмотреть гипера. Ну просто посмотреть. Да! Не, не увидишь типера на этом уровне, на этой зоне, на этом акте. А чё такие фейспалмы в чате? Да хватит прыгать уже. Заноза в одном месте, что ли? Ну, блин, долго. Долго вот так вот лёг и смотри на него. Какой красивый. Обожаю так делать. Я хотел перепрыгнуть его. Все, пропал. Понял. Не, как там? О. Смотрю на Соника, как он выпендривается.
сидит. Нет, нет, нет. Чем там? Он здесь вроде будет. Нет, вот здесь даже. Нет, вот здесь не коснется, видишь. Коснется. Нет. Сейчас перепрыгнет меня. Сказал же, перепрыгнет. Прям как в Буше сейф спот запоминаю. Пушечно просто. Сейф спотик, да. Ну, короче, гипер. Бери гипер, я хочу посмотреть. Да ну, ну. Нафига ты свет включил? Мне страшно, темно. Глаза режет. Ты разбоится привидение. По-моему, даже по сериалу. Я, кстати, не смотрел. Ну, я в смысле, я смотрел чуть-чуть совсем, когда по Джетиксу показывали. Ну, как? Именно Sonic X. Кстати, вот это чит. Какой? А, то, что держишь? Я держу, и ты уже уходишь. Какой слабый чит, если честно. Вот этих я не знаю, как не взять. Нельзя. Без читов точно никак. А зачем ты включил? Ну, он сам приземлился. Ну, не контролируем. Вот здесь играть надо. Ну да, я затопил, ладно, пофигу. Так я говорю, Инферно, почему один фейспалм? Я что-то имел в виду, конечно же. А ты думал, что? А одного-то мало. Тут два надо. Блин, ну я забыл. А куда я ушел? Бёх. Тес, такая блудная душа. Бегает просто. А я смиренно еду сзади. Ну, кстати, я не помню, тут как-то можно сокращать. Да пофиг. Вот, спасибо, другое дело. Я уже было испугался. Как меня этот шипастый бесит. Ну все, сейчас Удалов покажет всю мощь гиперсоника, как сольется. А когда я сольюсь? Ну не знаю, посмотрим. А, ну привидение меня сольет. Главное, чтобы только они мне еще кольца не потратили. Блин, ну затупил. Ну кстати, гипер может и так пройти. Да, без света, но я это и хочу. Ну? Ну ты тащить меня будешь? Нет, я не смогу. Они слишком быстро летят, чтобы... Давай, гипер. Лол. И в чем? О, лол, что? Ты от стены отскакивать можешь. А, не, или двойной этот... Ну, можешь, короче, делать второй прыжок. А, дабл джамп? Значит, я действительно не видел гиперсоника никогда. В любую сторону еще раз можно делать, да-да-да, я вспомнил. А там попробую... А, нет, ты не забыл. А, ну и нет, 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 тебе легче нажать. У них тут у всех там спецспособности появляются. Я беру тебе колечки. Круто же, ну. Интересно, ты до босса успеешь дойти? Не, закончится как-то. Ну тут вроде кормёжка есть. Прыгай сразу на платформу. Ап. Эти там бесполезно улетают, в тебя убиваются. Что там летает, да, кто-то всё-таки? Не знаю, комары какие-то. Вот этот уровень, кстати, для спидрана плохой, но именно... А, ну ладно, тут хотя бы кольца. Для гиперсоника. А вот остальные там вообще классно.
Sky Century вообще классный. Хотя я помню, как мы с тобой его проигнорили. Это было пушечно, я так никогда не делал. Ну, я тоже, просто я же говорил, что я не играл никогда на двоих Sonic & Knuckles. Это ужас. Да с хвостом вроде ж играли. Ну, это... Блин. Оп-оп-оп, чуть не включил. Ну, дно. Ну что ну, ты? Да он же неуправляемый, нифига. Меня привидения бьют. Да прыгай сам. Чем тебе пихал? Думаю, не дотяну до босса. Чит. А, во, дотянул. О! Босс. Сейчас внезапно свет кто-то включит, ну вообще чит. Вот это мне всегда нравится. Заскочил. Все. Месье, да вы что-то вообще слились, как последняя рачина на миде. Первый раз его такой пил. Потому что... Соника Sega Master System? А Sega Master System это, по-моему, какая-то донская Sega, да? Ну, короче, еще перед Genesis вроде надо. Да, она слабее, да. Типа, она, по-моему, даже 8-битная или нет? О, не помню, вот это не помню. По-моему, она, да, 8-битная. О. Ну, кольца не нужны, одно достаточно. Ну да. Я-то гипера увидел, мне все. Я же сказал тебе, один раз увидел и хватит. На самом деле на этом уровне, по-моему, можно очень легко там 300 собрать. Вообще. А, аналог 8-битного NES-а. Да, на этом уровне сложно кольца-то не собрать. Нет, тут колец много. Че ты берешь жизнь? Блин, ну не знаю, случайно. Я не помнил сам жизнь или что. Рефлекс. Брать жизнь. А, тут это. Ну чё, поехали? Поехали. Блин, кстати, облачко. Он тебя долбит этот. Так у меня кольца же так и так отнимаются. Или там еще. А еще быстрее будут отниматься. Прикол. Чё-то я так вообще не помню. Я даже не помню, то есть просто когда за супера играешь. Зачем я взял, ну ладно. Да не надо было там это серебрилка на да, да. А здесь, кстати, стандартно едешь. Ну да. Главное куда-нибудь не придавиться, блин. Это... У нас челлендж без смертей, но как ты видишь. Колечки возьми. Я его убил, что ли? Или нет? А, его нельзя убить, да? Ну все, вниз за жизнями не ходи, сто лет не нужно. Сказу пробегай. Тут секретинку возьми. Угу. Дольше жить. Сейчас где-нибудь придавит, будет весело. Прыгай. Да я и забыл уже, кстати, про эту возможность. Не, сейчас куда-нибудь я нафармлюсь с этим прыжком, под какой-нибудь пресс, чувствую. Да давай, ну чё, интересно же. Во, вот здесь, бери эту и сразу туда, сейчас кучу нафармишь. О. Да. Всё. А, тут всё? Ну всё, выбегайте, беги до конца. Этого тебе должно хватить. Не беги ту. А, да я случайно хотел вот эти взять. Ну ладно, пофиг. Так и так должно хватить. Эту ночью вы тоже бессмертие хотели? Я всегда хотел бессмертие. Меня сюда подводит. Он говорит, да нет, давай для приличия хотя бы парочку смертей. Десятка два. И если бы прошли последнего босса, это было бы слишком банально. Ну да, пришли, и к тому же гиперсоника не увидели. Ну что это такое? Залажа буквально. О, а ты откуда взялся? Я тебя не звал. Да я не буду крутить, сам крути. У нас гипер, давай крути. Да так ныряй. Ой, зато как тут убивать боссов, классно. Кстати, он, по-моему, вторым прыжком может уходить сразу же из этого захвата. То есть ему не надо там. Давай долби. Блин, затупил.
А не убили, да? Все Тейлз А должен. убежать-то можно, да? Он, да. Именно когда убьет, ну, сверху лапой, да. А, я думал, так зайти на него можно. Нет, ну, видать, нет. Откуда он запись смотрел, подожди. А, наверное, на Твиче, да? Блин. Все увидели твой позор. Ну, кстати, я не буду тебе говорить, но я хочу выкачать с Ютуба. А, да качай. Себе на память. Себе на память выхожу. Называется «Как фейлят Судал». Не, или «Великие фейлы Судала». Или «Мир великих фейлов». Ну, нормально. Или «Играть как Костабри». Сыграли, отдохнули, нормально, по-моему. Это был просто тренинг, сейчас же, видишь, затащил. Ну, о, да. Почти прижало сейчас только что. Ну да, и без смертей-то почти. Почти. А здесь только Наклз, да, разбить? Может, ты всегда забывают. Да, по-моему, только Наклз. Ну, ты дно, блин. Ну, чё дно? Ты потому что об огонь умираешь. А я нет. Да, между прочим, кто-то должен уже гиперами быть. Да с чего вдруг? А, mm-hmm. Тут, да, там... Тут же секретка вроде ну, есть, да? Ну да, я же говорю. Давай, погнали. Не, тут же... А, тут, подожди, тут босс есть? А, да, босс да, есть. С ракетами. Так его же вообще за одну секунду тоже убить можно. Нет. Как нет? А ты его не дамажишь. Да ладно. По-моему, ни гипер, ни супер его не дамажит. А по-моему, да. Ну, фиг знает. Ну, посмотрим. Да? Не знаю, проверь. Сейчас тебя задавит, и ты его знаешь. Ладно, я думал тут... Меня задавило! Он там сидит, выплевывается, выплевывается как хочет, а меня давит. Что за дно? А, тут сейчас где-нибудь упаду в пропасть, это вот почти гарантированно. Но если буду выпендриваться. Ну, а ты не выпендриваешь. Да делай дабл-джамп! Да он кривой же. Да сразу он туда, чпок! Сейчас припомню, или придавит где-то, или упаду в пропасть. Такой... Да нет тут пока пропасти, лети. Я тебе говорю, нету. Что, не веришь, что ли? Да вообще-то нет. Ах ты ж засранец. Смотри, что мне не веришь. Сука, сколько раз ты меня подставлял тут. Да пару раз всего там. Чё там пишет Инферно? А? Чё там пишет? И я у него на Ютубе видел фейл на Марио. Это было прекрасно, что? А, бошевский смысл. Ну ты помнишь. А. Когда я убил его. Правильно, собери лишние секунды. Потратив секунды. Даже жизнью набрал. Там внизу была секретка, но тебе пофигу. Угу. Вот эта кнопка открывает слева секретку. Да ну как она закрылась уже? Не знаю. Ну вот кнопочка нажимает. Вот, видишь, я тебе... Вот здесь тебе вообще пуфик даже падать. Почему? Там же пропасть. Там лава. Нет, здесь лава еще. Здесь лава, а вот дальше будет уже пропасть. Не помню с какого момента. Вот здесь уже, по-моему, пропасть. А, ну тут уже... Вот здесь вот, где уже бежишь, вот здесь уже пропасть. Ну чё за чит тебя раз этого? Мне нравится, как тут Костабрик стоял. Как? Бах, и сразу вниз. Game over вот так вот. На начале. Это было божественно просто. И вот тот раз, помнишь, я тут в бонус зашел, это просто Костабрик говорил, типа, в него невозможно войти. Да, возможно. Ну, я тот раз вот вошел. Да давай, ты, ну чё ты слабак, что ли? Да иди ты, бесполезный слоник. Не, ну
посмотрите, халявщик. Все, сигай, нет, ты должен на платформочке спуститься. На чипос почему-то не действует. Включи гипер, я хочу посмотреть, а можете его убить или нет? Ну вот реально. По-моему, нет. Нет. Блин, видишь, ты его не дамажишь. Тупо. Ты его не дамажишь. Как бомба будешь съезжать, да? Я вспомнил человека как отстойник, я ж могу летать. Ну там оп, на платформочку такой. Клёвый. Ой, да что я не вовремя прыгнул. Стоит клубком, короче, катается. Лаву разогревает. Хорошо, что времени нормально хватит. Эгмон такой смотрит, типа, думаю, сейчас победа будет скоро. Ай-яй-яй! Надо было в бок. 100 секунд осталось. Уже все последнее, по-моему. Катится туда, перекатывается влево, вправо, влево. Ворота перекаты. А, да что за... Это пушка, я... Что ты сделал? Блин, ты еще меня схватил, и я, блин, это... Давайте, пацаны, без смертей, короче. Ну вообще, ну без смертей, ну что? Блин. Господи. Да не, ну так и задумывалось. Ты на ней должен приехать. Так и задумывалось, ребят. Ну, я хочу показать, что супер, он не супер на самом деле. Я тут чих-чих-чих-чих-чих-чих. Ну куда? Что за бесплатное приложение Sonic? Ой, чуть не рассчитал. Где отсюда? Прицепилась ко мне. Так, не эта платформа, вот эта что ли? Нет, да ты нет, что делаешь? Я перепутал платформу. Полетел. Так, не эта платформа и не это, вот это, да? О. Хватает же, чтобы так делать. Запаса моей мощности. Ну блин, а если бы я был без щита, ты бы меня не схватил. Ты бы зафейлил. Нет, не это, вот это вот. О, да что такое? Нет, Инферно, кирпич должен был прийти на стрим, и тогда бы увидел. Прыгай заранее, но я же за тебя зацепиться должен. Я не могу заранее, мне мощности не хватает потом в воздухе висеть. А, на платформу так. На платформу только? Все, холодно стало. Такой командует. То ему туда приземли, то ему сюда. Я помню, как кто-то тут секретки искал. Уже последние отчаянные попытки. Даже естественно пытался искать. А тут, по-моему, можно набрать, кстати. Можно. А, ну во всяком случае там бонус же есть, если что. Если в бонус зайти, то... Да, можно в бонус только. А так нет, нельзя. Так не собрать. Ну зайдем, надо же Наклсу всю силу показать. Все, не зря же я копил, да? Ну, убирал свои кровные кристаллики. Ой, ну это зря. На той, мне кажется, легче фармить. Да не. Не знаю, мне та больше нравится. Ну мне тоже та больше нравится, но там как бы шанс есть, что с нулем идешь. Ну, в смысле, не снимаю. Да блин, сейчас не соберу, нифига. Ну мне сложнее тут набрать, чем там. Там я до верха знаю, как дойти идеально. Просто, ну что. Блин, сейчас не соберу, наверное. А, во, ну-ка. Сейчас роботники. Было бы смешно. Три. Ну. Что? Ну сюда втащи. Да. Все, иди. Не-не-не, только не рулетку, да.
Да, Наклз тут вообще дно. Все, давай, А, покажи. вот тут уже еще есть. Можно было и на 39, на 49 уходить. Покажи ему, что ты можешь, давай. Лалка, ты чё совсем что? Ты же встать не смог, бедняж. Ты ему не дал шанса просто никакого. Вот и всякие старики горят, кстати, красиво. Пойду ему помогу, он мой друг. Он настолько бесполезен, что я ему помогу. А, здесь нельзя превратиться, лол. Блин, ну мы его уже убили 100 раз. Роботник тут приделал себе просто адскую броню. Кстати, здесь я не управляю Тейлзом. Да? Да. Но он не слушает меня. Такой пафосный. Давай дверь выбью, типа, последнее, что я могу. Мне нравится, тут Костобрик говорил, он выдохся. Качается. Это, конечно, круто, но после того, как вам в ряде 220, я думаю, так стоять и будете. Ну так еще не факт, что там 220, там может больше. Не знаю, меня было било сколько там. Ну, по-моему, 220 все же. Ничего, но... Но потом как любить, я вам проговорю. Ну, у меня тоже было, правда, ну, было слишком кратковременно, так, немножко рука подрожала. Да нет, потом секция на максимум работает. Ну, наверное, каждый по-разному воспринимает, все-таки зависит от организма. Ну, а что тебя подвести, жалкий Сони? Опять проигнорим босса. Да не на... Забегай, короче, гипера. Да тут же босса-то нет. А, есть какой-то. Ну там Днищенский. Есть. Есть же босс, да, есть. Ну да, этот Metal Sonic. Давай, всех боссов без... Ясно? Понятно. Так кольца же не нужны. Забыл, что ли? Ну да, да, я помню, кольца не нужны. Кстати, интересен один чит. Я дотяну до верха отсюда. В смысле? Хм. Знает, наверху второй босс. Точнее, нет, не второй, там просто платформочка. Может, я смогу тебя поднять туда? После этой телепешки. Сейчас будет телепешка? Не, вы посмотрите, он ушки закрыл, и ему ног. А ты сможешь отсюда меня поднять? Не, вот после тебя. А попробуй поднять отсюда. Я или тут закрыто? А. А, нет, тут экран же. Я думал, после босса он открывается. Вот здесь можно. Давай. А где ты вообще? Ну я не поднимаюсь, как обычно. По-моему, идеально можно. Схватились. Направо там, наверное, думаю. Если что, хоть полуровня принесешь. Я не знаю, куда мы несемся. Ну куда-то правильно, видимо. Вынес, короче, Соника куда-то. Не, куда летим? Давай. Эп, куда править? Ну, что ты не дотягиваю. Как дно. Движок слабоват. Не тащит двигло. Ой, как я ненавижу эту шипастушню. Собирайте еще с металлом драться. А, ну надо его же не просто пройти, а надо его нагнуть, да? Ну да, чтоб... Что зря же ты кристаллики что, собирал. Что прям унижение было. А то прям... Да тут легко кольца потерять, на самом деле. Ну да. Вообще на всех боссов зашли. Ну как тогда проигнорили, это было классно, честно. А чё звука-то нет, что ты делаешь? Не знаю, уйди от меня. Я даже пузырик разобью. а чё я пролетел мимо него? С хорошим. А, меня пузырики атакуют, ну. Ну, убью пузырики. Атакуют они его.
Я хочу на них! Не заскриптовали. Высоко очень. Да не, все, я умер. Ща прилечу. Где чё? В общем, как обычно. Да. Ну что ж, Судав, ну... Ещё Костабрика жалуется. Да ладно, но это же не слив. В принципе, в чистом виде. О, тут надо собрать. Не хватит тебе доверх. Да ладно, там куча колец еще дается, когда ты катишься. Да ну. Там колец тут вообще мало. Не. О. Ну это-то зачем? Да просто вспомнил. Я все хотел проверить. Я понял, когда Костабрик тут шел, я все думал, тут секретка или нет. Но решил сейчас проверить. Да почему, кстати, непонятно. Я вот думал, что Костабрик тут крабит. Я думал, что Костабрик тут крабит, а тут реально почему до него не допрыгиваешь. Почему непонятно. Наверное, чуть с разбегу там надо. Ать? А давай пропустим этого босса. Какого? Ну вот этого следующего. А тут же металл следующий. Ну и чё? Пофиг, давай пропустим. Тебя до яйца довести? Ну да. Так нас же туда, нам же туда и надо. Не, ну я чисто теоретически-то, если заправиться немножко. Так, кстати, еще не факт, что не соберу. Тут сейчас будет куча колец же вроде. Или не будет колец. А, нет? Ох уж эти судавы. Говорю, не будет колец. Ну ладно, значит будем ДСФ уже показывать. Ой, давай налево, я буду справа бить. Я взял. Ой. Ну блин, из-за тебя. Сразу в космос на Думсдей, ну. Так кристаллик-то не там еще. Я лечу отсюда. Я лечу, кстати. Надо же. Все, выдохся. Но летал сколько мог. Ну я попытался пропустить яйцо. Ну у меня под пятками аж все падает. А че я бегу как слоупок? Лети, Тео! Че ты делаешь? Это удел Соника бегать. Наш удел летает. В полетах моя жизнь, мое призвание. Вообще совпучно бегаю. Как Соник почти. Исчез. Вот здесь он вообще резко исчезает. Вот честно. Меня это так на последнем боссе удручало. Я чуть вышел за экран. Исчез. Чуть. Там буквально пиксель виднеется хвоста моего. Нифига себе, как я его убил. Повезло. Я вот тут думаю, надо до последнего босса идти опять же вот с таким щитом и ну, с кучей колец. Чтобы лазер меня просто тупо не пробил. И еще раз, инферно, я не понял, что. Че? На Doomsday Тора аннигилирует и Бангиста. А, ну ты не будешь там играть, короче, на Doomsday. Ну, Tails. А, нет, ну там, конечно, меня нет. Ну блин, я короче все слил. Ну это же не второй еще акт, так что пофиг. Ну вообще вот тут я тоже тяжко набегал, точнее даже не набегал. Оп. Да если бы я сейчас по тупости не слил щит, то бы набрали бы легко. Чё за подстава? Стой. О, идеально. Соника подправил как надо. Все за ним надо. Командная работа. Все надо подправлять. Вот видишь, я не исчез здесь. Хотя очень далеко ты ушел. Че, решил колечки пособирать, ну, что? Так. Ох, ты скачешь.
Да хорош летать в космос. Блин, не попал. Все, бери шняшку. Кстати, из эскадрачников кто там? Кто там? Ох. Ух ты ж. Вот это поворот. Кто там с кем контактирует из чатика? Никто не хочет пройти X-менов на двоих. Клон Вар. Я посмотрел. А кому-то зареквестировали, кстати, недавно. Не Фабиноли? Нет. Или Костабрик? Не, кому-то, блин, было, я не помню. Вот недавно это что-то обсуждалось. А, Джокина ты же, да? Ну так пройди с ним. Так я не умею играть. Упоролся. Да как я упоролся об этом? Не умею играть. Сейчас ты, кстати, будет, так что надо гипера брать. Беги. А, нет, нет, здесь не достает, я помню. Сейчас в ямку. Нет, я помню, я же не Костабрик, хотя он тоже уже запомнил потом. О, здесь это чистый слив гипера. Ну вот, кольца-то есть тут, в принципе. Дай мне-ка покататься. Большая черепаха, впусти меня сюда. Да ладно, я пока колец больше собрал, чем потерял. Ну и все, последние пимпочки. Ну и все. Ну ты шикарно их собираешь. Помню, как Костабрик тут сидел полдня. Не любишь супергеройские? А мне, кстати, вот, не знаю, чем-то вот мне X-мены понравились. Не знаю, чем. Именно эта игра или вообще как бы сама идея? Нет, именно игра вот эта. Клон. Потому что вот я в первую, например, не, наоборот не хочу видеть первую. Что нам не нравится. Я не играл, вот. Я вот только вот эту Clone Wars и видел. Ну, я на Sega, у меня была именно Clone Wars. Мне очень радовало, что она запускается без титульных экранов, ну ты помнишь, бей, да? Унижай. Сразу. Бац, уровень. Да-да-да, классно. Бац, уровень. Чё, кого? Только потом можно было выбрать. Вот. С этим он может, по-моему, придавить, ну ладно. Возможно, да. Ну, как получится. Или не может? Да нет. Блин, прикинь, что ты катаешься? Бей его! По катушке, смотрите, устроил. Еще жизнь. Зачем тебе жизнь? Хватит фармить жизнь. Ты смотри, сколько мы сливали, у нас 24. Надеюсь, тебе на последнего босса хватит или гипера. Интересно, как бы долго он думал, что... А, да вот жалко, да, прямо ему сразу сказали. Ну, вот про эту штуку, вот где гравитрон. Насчет чего ему сказали? Ну вот это то, что гравитон где-то сказал, что я супер солью гипера. А. Типа Костабрику там сразу сказали, что делать. Но не я, я как раз не хотел. Ну вот не знаю, что тут Костабрик говорит. Мозг парится, а мне ноль. Ну, в принципе, да, ничего такого особенного. Ну да, слегка необычно, скажем, но это классно же. Ну, что ты сделал? А что теперь делать? Ну, отойди назад. А, всё. Уже, по-моему, появилось. А меня-то! Блин, да как я это съел, ну? Я, короче, догнать не могу. Хотя векчу хвостами. Пойдем, не бойся. Не бойся, там нет ничего страшного. Мне 15 осталось. Че ты стоишь? За 99. Че? Жизни. А, за 99 жизни, ясно. Я чё-то туплю, да наверное. Как? Дно вообще, дно. Ой, чё я? Собери кольца. Ну ладно, надеюсь, соберем. Водная защита здесь прям так в тему вообще, да? Самое нужное. Не, ну она, в принципе, просто как защитка. А. Не в эту сторону крутишь. Подстава такая. Уже 52. Давай-ка лучше все-таки. Ну сейчас закончится, наверное. Посмотрим.
Ты не жди, делай дабл джампы. Идеально. Кстати, мог бы в секретку зайти. Какую секретку? Ну вот этот чекпоинт. А. Я взял одно кольцо. Ну это круто. О, ну, блин, 15 колец. 15 колец слито. Да нет, этот быстрее. Ай! Нифига. Да так уж буходит носом. Аж экран задрожал. Давай сразу налево. Да, тут колеса не особо дают. Заходи. А, поздно? Да. Ну и ладно. Ты мог зайти и, соответственно... Ну, я понял, да. Ну... Там все нафармят чипов. Да, я же забыл, тут же надо было опять до босса оставить. А, сейчас закончится и, короче, на боссе будем крабить, как обычно. С нулем, да? Угу. Ой, сюда. Да, ну что, аж такое. Я-то их не помню, где они. Я что, помню, что ли? Я методом тыка упирался в них. Я не иду, короче. Где-то потерялся, затерян. Ну, Смига. Блин, ну что они понаставили? Это специально, чтобы, короче, гиперы сливали. Ну да, такое. Торможение твоего прохождения. Ну смотри, офигеть, как закручивают. Ну зачем так долго? А, ну конечно, еще лифтик, ну. Ну не, ну все, слив. Ну, да что же так много-то? Слито, короче, официально. Но это мне ничего не дало. Да, ну короче. Даже не взял чек. Вообще ничего не дает тут гипер. Нет. Месье Судаф, а тут помрете. Ну блин, ну что он так учительный? Ладно. Нет, задержка инферно есть всегда, потому что у меня плохой нет, у меня к Судаву нету такого, ну, чтоб нормальный пинг к нему был. У меня пинг плюс еще скачет, потому что у меня аж LTE, то есть он не всегда, ну, там 30 или, ой, 60, да? Да, да, 60. Ну, где-то 60-70, так сказать. То есть он у меня еще может варьироваться очень в широких диапазонах, скажем так. Этих нельзя штолкать. Вот, то есть, ну, тут трудно очень сказать. Будет ли у Судава задержка? Да, конечно, будет, скорее всего. Я запущен, ну, опасно. Я запустил. Нечего Соником. Ой! Фух. Фух. Я собрал, фух. Не туда. А ты что, его не дома? Да, ну... Далее. Доцку, наверное, опять поставил за один. Ну, жалко без гипера. А где я? Да ты там, как обычно, на дне где-то. Я же бежал. Что ты творишь? Я не знаю. Он просто что-то творит. Где? А вот они. Вот здесь я как-то не исчезаю почему-то. Вот они снова. Но видно, тут все-таки как-то сделали, что вся карта, но не исчезабельная от этого босса. Ну, почти не исчезаю. Ну, тут я хотя бы могу выйти, там, зайти нормально. Но на том боссе сразу же. Вот я вышел, все, я исчез. Ой, вот я. Все, теперь исчез, да? А, не, вон он, я там бегаю. Буду вот так дамажить. Он боялся его. Да, блин, я думал, все-таки не попадет. Вот здесь у меня часто таймовик был. Не знаю почему. С кольцом-то затащим. Вот здесь у меня таймовик был. Я помню, на этом боссе.
Ну, Касабрика тоже был. Сейчас дурацкий потолок, через который я вниз падаю. Пол, в смысле? Ну да. Все, испарился. Да, вот чуть-чуть я вышел, и все, я испарился. Я просто не буду отпускать. Да. Давай я лучше буду. Исчез. Отпустил, исчез. Я буду отпускать, пускай меня убивают. Так, а с чего Инферно взял, что у нас задержки нет? Я так и не понял. Я же ему объясню, что задержка у нас есть по-любому. Я же за что и говорил. Кольцо. Возьму? Фу. Не, кольцо это сразу имба. Все, давай по одному ударчику. По одному ударчику. Так ты бьешь-то. Я бью по одному ударчику. Так как хочешь, так ты можешь и по два бить мета, какая разница. Ну потому что ты не перепрыгиваешь. А, это не имеет значения. Ну ладно, давай по два. Огонек. Да, огонек. Да помню, я сейчас не такой сонный. Тогда было 2 часа ночи, ну, что ты сравниваешь. Я даже по 3 могу чисто теоретически бить. Огонечек. Еще огонечек. Мне попец поджарило. Видишь, просто тогда всё, сонный беги, был. Беги, Соник, беги, не спрашивай. Кстати, тебе еще супер игра предстоит. Да я помню, дом стоит. Беги, беги, я ему сейчас волью. На! Иди сюда, жвобин. А я в стену врезаюсь так и так. На тебе, жвобин. Ого, что это? Еще один. А, так он хитрец. Да ты не... Ой, нахуй тебе. Ты чуть не упал. Да это не важно. У меня разгон медленный. Все, иди супериграй. Все, погнали. Беги я там, куда? Где 6. Вот запоминай, где 6 летит, и беги там, где 6. Они тебе всегда нужны. Вот, вот эти собирай 6. А как их можно запомнить? А оно циклится. Оно ж тут все зациклено. Тут их, по-моему, 3 штуки таких. Не за 6. Фейли, да, сильно. Да не, нормально. Я тут, знаешь, как давно не был. Все, собирай 6 и вырывайся. Давай. Вперед? Да, он же тебя там ждет. Вообще-то. И как? Я жму вперед, ничего. Не блин. Собирай кирпичи вдобавок. Ну блин. Собирай еще. Давай. Да прерывай. Ну что ты кирпичи собираешь? Ну потому что, блин. Ну. И что надо делать? Давай, бей его. Как? В нос его дамажь. А, нет, ракетами надо подвести так, чтобы било вот эту шнягу переднюю, все. А-а-а. Давай. Блин, шум сильно, да, слышно? Ну, я слышу. Ну, блин, ну не могу ничего поделать с этим. Ну, давай уже справляйся, да не попадай ты в них, они тебя крутят. А-а-а. Ракеты давай, подводи, еще сейчас зафейлишь. Есть. Еще одна. Ну. Да 60 мне всегда хватало. Вы чё? Упоротый, что ли? Еще там 3 удара. Еще 3? Так уже. Еще 3! Ну и все тогда. Game ну, over. Давай. Странно что-то. Давай. Ну прям рядышком ракета. Что ты делаешь? Слита, ну собирай тогда 100. Все, собирай 100 колец, все. Давай, собирай 100 колец, никуда не едь. Блин, сколько лет не играл вот на этом уровне, жесть. Практически, ну считай, первый раз играю. Ну так, если по имени. Я не помню, я, наверное, зря, да, сказал Судаву вырываться, он там по таймингу сам сработает. По-моему, нет. О, вот это собирай. Я что-то вот это не помню, честно. Всегда по 6 собирал. Или он слегка другой? Мне кажется, он другой тут. Странно. Что-то я не такого себе представлял. Меня сейчас это память начинает так вот
медленно завихрёшиваться, потому что я не помню, что там была такая шняга. Или это вторая стадия, когда он просто несет кристаллик? Да, по-моему, вторая стадия. Я попутал. Все, давай, долби. Все, 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 все. Да, я вспомнил инферно, да. Даже на второй фазе. Ты можешь ускоряться, насколько я помню, нет? Прыжками. Походу. Ну наведи ты еще одну ракету. Так там не одну еще надо. Ну для тебя хотя бы одну. Так блин, с прыжками это изич. Да я чё-то не вижу твоего изича. Так сколько я уже ударов нанес, а прошло 30 секунд. Блин, а как они попали, я не думал попадет. Все, ну. Отлично. Что-то еще надо делать? Вторая фаза, собирай кольца до 50 и потом вырывайся вперед, атакуй носом. Все, собирай, фарми. Вот здесь зациклено все. Собирай шестерки. На тройке особо толку нет. Собираешь 50, вырываешься, бьешь его, собираешь опять 50. У меня такая тактика была, по крайней мере. Я нормально выживал тут. Что-то я не могу собрать. Шестерка. Ну, потому что шестерки надо собирать. Так можно, можно. Блин. Шестерки были снизу. Шестерки были снизу. С вот тут зацепил, я помню. Еще раз шестерка. Все, вырывайся. Еще одну шестерку возьми и вырывайся. Угу. Ну все, вырывайся, все равно. Бей. И что надо? Просто бить? Да, все, собирай снова. Вообще забыл. Прикинь, вот я вообще как первый раз. Ну я тебе подсказываю, я же помню. Я просто фазы попутал на самом деле. Шестерка. Еще шестерку возьми и вырывайся. Снизу что ли? Не помню. Вверх. А, ну. Ну если там на мину можно напоруться, и ты можешь не собрать потом кольца. А. Как бы лучше двигаться с полтосом к нему. Давай, шестеркой, тройка, еще одна шестерка сверху сейчас. Вырывайся. Все, 50 колец есть, тебе хватит. И на метеориты тараните. Все, собирай снова 50 колец. Вырывайся только на шестерках. Да можно сейчас, в принципе, у тебя 50 есть. Все. А сколько ему? 8 ударов? Да, традиционно. А сколько? Давай, я 3 нанес, да? Собираешь? Так, сейчас тройка будет и шестерка. Ну, еще вырывайся. 50. Так, уже 5, да? Еще вырывайся. Ну, у тебя есть 50, ну, примерно. Все, у тебя собирай. После шестерки будешь атаковать. Так. Ну, такая тактика незамысловата. Все, сейчас новая шестерка. Да пофиг, мне кажется, два удара ты его успею нанести. Давай. Ух ты, травит. Давай еще 40 секунд. Все? Да. Изи! Чё ты раньше так не сделал? Однако игра очень долгая. Да, мы уже играем... А, нет, 2 часа всего. Нет, Skype 3.18. Так мы же перезапускали там. Ну... Все равно долговато. Все, сюда вы меня упороли, больше сегодня не будет. Ну, в смысле, I wanna be. Я там даже одну нашел, которую могу пройти. Островок-то уже утопили. Да, и такая пимпочка. Ой, блин, сейчас сделаю музыку погромче, она вроде тут клевая. И это, сейчас вот это, короче, несем туда, можно сказать, бомбу замедленного действия, потому что остров поднимется в космос, и все задохнутся и замерзнут. Да. А если мы очень высоко поднимем, то все замерзнет. Ну, так я же говорю, все замерзнут и задохнутся. Значит, ты злодей. Этот Экман спасал остров. Соник пришел и все сломал. Коварный тип.
Ой, это такой. Ну что-то концовку вот эту я не помню. Да я тоже. Сколько я прошел, 3 раза И или. это отзеркаленная текстура самолета меня всегда это радовало. Но так сложно было перерисовать. Ну да. Вот это поворот, согласен. Вот мне тут муза нравится. Со всех уровней. Ну что можно сказать, официально пройдено. Ну да, ну этот-то вот можно выложить, хотя, конечно, есть поржать тоже моменты, но в целом-то затащено. Ну да, в целом-то не так позорно. Так он счастлив. Ну да. Ему так и Сталик вернули. Но не без смертей, но хотя бы без континья. И там еще сколько, 24 жизни осталось, или 21? 23 или 22? 23. Ты в космосе умер. Ну мы лучше Коста-Брика прошли. А, ну мы-то еще полную проходили, а он-то только на Садика Наклс, на Эмеда вот в последний раз. Но заметьте, я было легче на боссах. Ну, Уже если заметьте. Костабрик был бы на боссах, и я бы за него вот так вот работал, боссы бы были все протащены мной. А, ну да, кстати, тоже. Правда, ты, конечно, гипера собрал, ну, то есть потом уже боссы для тебя вообще ничего не значили. И супера ты там взял на айс ливеле, очень помог с этим роботником. Ага, да, вот хендлинг, вот именно, то есть Хобино должен пройти вот именно так, только один. То есть все кристаллы 14 и вот эти все уровни, включая Донстей. Инферно, с самого начала мы были с комментами в скайпе. Да. То есть на СК2 там оно не поднималось, но мы также базарили Да, просто. там проблема, но просто опять что-то падать начало само на СК2. Ну причем только ГГ. Ну, как бы он может включить Тейлза в помощники, но ему будет бот управлять. Конечно, он может позвать Джокина какого-нибудь там, но как бы Но это я уже. вообще зареквестил Соника, ну ладно. То есть именно в смысле, чтобы он один проходил, Да. да? Ну, значит. Кто зареквестил, тот и это Ну да, как бы тут реквест. заказывает музыку. Вообще, я думал, что он с Соником пройдет, но так протаскивать это будет легко. Да, слишком будет. Даже хоть и Джокин тоже первый раз будет играть, или он не первый, не знаю, Да то все почему равно. жесток? Мне кажется, игра изи, плюс у него сейвы есть. А, не, я ж без сейва сказал. Ну тогда будет немножко сложновато. Да Ну, ну. немножко. Ну вообще да, кристаллы сложно, честно сложно. Вот когда ты первый раз играешь, 14 собрать Ну, сложно. кристаллы, да, согласен. Но я ему уже сказал, что я могу ему сказать, где можно уже дропать игру. То есть, что А, типа. точно не соберет, но смысла дальше играть нет. Не, но мне кажется, все-таки ему нужно кристаллы потренить с сейв стейтов. Ну, я согласен. Особенно Наклза. Да. Ну Потому все, что они. Сега закончили на этом. Они гораздо сложнее. Ну все, значит, на этом за все заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо, Тор, за протаскивание на боссах и в Да, секретке. спасибо судам за игру. Спасибо чатику, Ну все, конечно. всем пока, увидимся.